красавицы Натальи Нарышкиной. По придворному чину Морозовой надо было на свадьбе титул царскую говорить, но боярыня даже не явилась на торжество. Тяжко ей будет тягаться со мной, одному из нас придется уступить. Что-то вроде этого сказал царь, когда услышал об ее отказе. Алексей Михайлович с годами становился болезнен, рыхл и злобен. Придворные духовенства стали осаждать Морозову и требовать, чтобы она перестала противиться царю. «За учение вакуума проклятого умреть хочешь», — говорил ее дядя Михаил Ртищев. Почуяв беду, старица Мелания и монашки, наполнявшие дом Морозовой, скрылись. Только Евдокия Урусова и жена стрелецкого полковника Мария Данилова навещали опальную боярыню. Ночью 14 ноября 1671 года к ней в дом пришел чудовский архимандрит Иоаким. Он приказал своим подручным держать Морозову и Урусову под домашним арестом и наложить на них кандалы. Вскоре были арестована была и Данилова. Трех женщин допрашивали, уговаривали, заточали в монастырь и снова привозили в Москву. Их пытали на Ямском дворе. Их вздергивали на дыбу, бросали по лунагине в снег, били плетьми. И все-таки, проезжая на дровнях по улицам Москвы, Морозова поднимала кверху окованную гремучей цепью руку с двумя вытянутыми перстами. Народ московский волновался и жалел бедную женщину. Вдобавок Морозову постигло большое горе. Разлученный с матерью, единственный сын Иван разболелся с тоски. Царь прислал своему юному стольнику лекаря, но, как писал автор жития Морозовой, они его так улечили, что в малых днях гробу предаша. В 1674 году патриархом стал суровый и ревностный вояка Иоаким, когда-то сказавший царю, что для него свято лишь слово начальников. Ревя, как медведь, он просил царя разрешить ему сжечь мятежницу. На болоте уже готовили костер, но воспротивились бояре. В России было всего 16 родов, представители которых занимали боярские должности, минуя меньше чины. Меньшие – воротынские, черкасские, трубецкие, голицыны, адаевские, пронские, шеины, салтыковы, репнины, прозоровские, буйносовы, хилковы, холандские, шереметьевы, морозовы и урусовы. И они отказались предать сожжению двух знатных женщин. После трех дней пыток Морозова отвезли в Новодевичий монастырь. За нее вступила сестра царя Ирина Михайловна, которая в свое время послала вакуму ризы в Тобольск. «По что, братец, некрасиво поступаешь и вдову бедную помыкаешь с места на место? Нехорошо, братец. Достойно было бы помнить заслуги Бориса и Глеба». Но царь отказывался вспоминать заслуги Морозовых. Начав преследовать подругу покойной жены, он уже не мог остановиться и приказал отправить всех трех женщин в Боровск, где некогда сидел и Авакум. В Боровске Морозова, Урусова и Данилова на первых порах жили сносно. Морозова получала письма от Авакума. Евдокия Урусова писала сыну Васеньке и дочерям. «Да молю тебя, любезный мой Васенька, будь ты ласков к сестрам и утешай их, и слушай во всем их, что они станут тебе говорить. И ты слушай во всем их, любезный мой, не печаль их». Юный Урусов уже был царским стольником и вел развеселую жизнь. Отца его царского кравчего князя Петра Семеновича Урусова власти решили развести с Евдокией и женить на молодой женщине. Княгиня страдала и оплакивала в письмах своих осиротевших дочерей. «Носила вас, светов моих, во утробе своей, радовалась и родила вас, светов своих. Забыла болезнь свою материнскую, возрадовалась о вашему рождению. Глаза мои грешные на вас не нагляделись, и сердце мое вами не нарадовалось». Патриарх Иоаким был безжалостен. Он прислал в Боровск дьякона Кузнищева, который приказал вырыть в земле глубокую яму и посадить туда узниц. В яме было холодно, сыро и темно. Женщинам не давали воды для умывания, не давали сорочек на смену. Они лежали в грязи, покрытые сплошь насекомыми.
Иногда им бросали в яму несколько сухариков и подолгу не давали пить. Первая умерла на руках у сестры Евдокии Урусова. Через несколько недель умирающая от голода Феодосия Мороза попросила стражника: «Помилуй меня, дай калачика». «Не, госпожа», — сказал стрелец, — «боюсь». «Сухарика». «Не смею». Последняя просьба была вымыть сорочку, чтобы достойно встретить смерть. Плача сам, стражник постирал сорочку в реке. А еще через несколько недель умерла и Мария Данилова. «Бесчеловечен человек». Есть ли у вакуума такое словосочетание? Вынуто из фразы, оно звучит страшно. От него веет жестокостью, безжалостностью массовых казней. Не был кроток и сам Авакум. «Дайте только срок собаки», — грозил он своим врагам. «Не уйдете у меня, яко будете у меня в руках, выдавлю из вас сокот». Гневливо не сдержан бывал протопоп. Но как он умел утешить и поднять человека в трудную минуту. И голос, наверное, у него становился другой, тихий и ласковый. «Язык мой короток, не досяжет вашей доброты и красоты. Ум мой не обынет подвига вашего и страдания. Подумаю, да лишь руками взмахну», — писал он Морозовой ее сестре. «Свет моя, еще ли дышишь, друг мой сердечный? Еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя?» В страшных условиях жили и сами пустозерские узники. Холодные каморки их заливала вода, прела одежда. По всему телу рассыпались гнойные язвы. И все-таки Авакум находил в себе силы иронизировать: «Покой большой у меня и у старца Епифания. Где пьем и едим, тут, прости Бога ради, и лайно испражняем. Да, складши на лопату, да и в окошко. Мне видится, и у царя Алексея Михайловича нет такого покоя». Больные, а трое с отрубленными языками, с покалеченными руками, они издавались, выползали из своих нор, разговаривали и спорили. А возвращаясь к себе, думали и при неверном свете лучины, положив на колено дощечку с бумагой, писали. Разные люди были эти знаменитые пустозерские узники. Вот Лазарь Гуляка, которому тесно бывала Тобольская улица, когда он возвращался с подпития. Он, как и прежде, подшучивал над всеми и удивительно выучился артикулировать обрубленным языком. А Авакум Ди удавался. «Щупай, протопоп», — сказал ему Лазарь. «Забей руку в горло, не откушу». «Чего щупать? На улице язык бросили». «Собаки, они вражьи дети, пускай мои едят языки», — ругнулся Лазарь и показал тупой обрубок. Его жена Домница, жившая в Пустозерске, в своем дворе, верно уж не забывала тяги муженька к спиртному и, подкупая стражу, снабжала его белым вином. Федор был человек иного склада, педантичный и очень трудолюбивый. В Пустозерске он написал несколько книг, из которых лучшим сочинением было послание к сыну Максиму. С Авакумом они не ладили. Едва ли не сразу же возник у них догматический спор о сущности Троицы. В этом споре Федор был более логичен, а Авакум горяч и смел в своих доводах. Протопоп писал Морозовой, Урусовой и Даниловой: «Молодой щененок Федор Дьякон, сын духовный мне, учал блудить над старыми книгами. Будь он проклят, враг Божий!» Большой знаток христианской догматики, Федор отставил принцип нераздельности Святой Троицы, что соответствовало взглядам как Дониконовской, так и Никоновской церкви. А Авакум, которого поддерживал Лазарь, яростно нападал на этот принцип, обвиняя Федора в еретичестве. Но еретиком с православной точки зрения был именно Авакум. Насекомую секи, небось по равенству, едино на три существа и естества, три цари небесные. Припирались они неистово. «Федька», — вопрошал Авакум, — «по-твоему, куча и надобна? Едино лицо?»
«Я исповедую», — твердил Федор, — «святую Троицу, единопрестольную, единосущную и нераздельную, три лица в едином божестве и едино божество в трех ипостасях совокупно». «Троица редком сидит», — вопил Лазарь, — «Сын одесную, а Дух Святой ошую Отца на небеси. Как Царь с детьми сидит Бог Отец, а Христос на четвертом престоле особом сидит перед Отцом Небесным». Но Федора это приводило в ужас. И тогда Аввакум раздражался ругательствами. «Ведь ты дурак, Федор, гордый пес, поганец, еретик. Сидит Бог и человек на престоле своем царском, и ты, дитятка бешеная, не замай его, не пихай поганым своим языком с престола, собака». Спорили не так, будто от них и в самом деле зависело, быть или не быть Христу на троне. Полемика их вышла далеко за пределы пустозерской земляной тюрьмы. Письмо за письмом посылали они верным, доказывая каждый свою точку зрения. Аввакум проклял Федора, а своим сторонникам на воле излагал дело так, что диакона исключили из числа начальных отцов. Федор страдал. На Москве власти проклинают его за старую веру, и здесь друзья проклинают за несогласие с Бережа. Он взялся за перо, долго трудился и о своих разногласиях с Аввакумом составил книжицу немало листов с полтораста. Отношения стали настолько напряженными, что Аввакум, если верить Федору, в своей горячности потерял всякое чувство меры и поступал не лучше их общих врагов. «Некогда в полночь, — писал Федор, — выходил я из ямы вон окном, как Аввакум, в тын, и посещал прочие братья вне ограды. Сотник же Андрей именем, стрелецкий сотник Андрей Чуприянов, был начальником караула в Пустозерске в 75-76-77 годах. Враг был нузоимец и на меня гнев имел за некое обличение. И в то время велел меня ухватить стрельцам в тыну наголо, и начали меня бить зело без милости. И по всем руки мои связав, к стене привязали и изнобили на снегу часа два. А друзья мои смотрели на меня и смеялись. А стрельцы влезли в мою темницу, по благословению Протопопову, все книжицы и выписки мои похитили и ему продали. И он из всех книжиц моих листка в три токма выдрал лукаво, и те листки послал на Русь братьям нашим. Припорьте писание мое, чтобы меня обвиняли, а его бы учение оправдали». Свои рассуждения о Троице и других догматах Аввакум излагал в письмах и Симеону, Семенушке, ставшему в иноках старцем Сергием, известному впоследствии своим участием в старообрядческой смуте 1682 года. Это был старый друг и земляк Аввакума, посадский человек Сенька, Иванов сын Крашенинников. Впоследствии Федор заново написал свою книжицу вместе с описанием обстоятельств ссоры с Аввакумом. Она была отправлена к сыну Максиму и друзьям в Москву и сильно поколебала авторитет Аввакума. Неистовый бунт против церковной догматики известный оратор и публицист митрополит Дмитрий Ростовский через 27 лет после смерти Аввакума назвал мужичьим умствованием, опровержением Евангелия не старой веры, а новым мудрованием. Впоследствии исследователи объясняли еретичество Аввакума полемической увлеченностью и неумением точно выразить отвлеченные богословские положения. Но как бы то ни было, взгляды Аввакума смутили самих раскольников, сошедших впоследствии даже на собор, и обсуждались полученные от самого отца Сергия письма Аввакума. Собор кончился свалкой. Кто-то крикнул «Стреляй!» и все разбежались. Сторонников у Аввакумовской новизны оказалось немного, и они старообрядцы старались больше не упоминать. Самым близким другом и духовным отцом Аввакума был мягкий, простодушный старец Епифаний. Но и ему не по сердцу пришлись ярость великая и вопль Протопопа по поводу догматов. Федор не преминул искать поддержки старца. «Старый же прост человек», — писал Аввакум. «Правду чаял шептание его и напал на меня по его учению всеми силами». И хотя Протопоп привык от купели Троицы чести и сверхобразов, а не единицу жидовскую, поступился он ради дружбы с Епифанием своей совестью, и пошел ночью в землянку к Федору мириться. Дьякон наставлял его, а он, затая гнев, только помикивал. Но гнев все равно прорвало.
не до дружка стало, до своего брюшка. Пошел Аввакум косить и старца. Это был гнев отчаяния. Молва о том, что Аввакум пишет поэтически, ширилась и докатилась уже до Пустозерска. Та же горе, что некогда съедала Федора, теперь грызла и Аввакума. Не коньяне еретиком зовут, дети духовные еретиком же зовут. Это был вопль упрямой души. Случилось это уже году 1678. По легенде, помирились будто бы перед смертью Аввакум с Федором, и немалую роль сыграл в этом, наверное, старец Епифаний. Дружба Аввакума и Епифания трогательна и удивительна. С самого начала, с первой же встречи в Москве, глубоко уважал старца Аввакум, заботился о нем, едва ли не в каждом письме упоминал о нем с благодарностью. Сперва, когда в Пустозерске им жилось сравнительно легко, Аввакум и Епифаний подолгу рассказывали друг другу о своей жизни. После казни узники продолжали встречаться, переползая из землянки в землянку под покровом темноты или пользуясь попустительством сочувствовавших им стражников. В этом общении родилась постепенно книга бесед, а потом житие и другие произведения Аввакума. Епифаний был довольно опытным писателем, уже один раз положившим на бумаге свое житие. Он-то и понудил Аввакума написать книгу. В рассказах Аввакума о его приключениях и заключениях оживала едва ли не вся русская земля, и Поволжье, и Север, и Сибирь. Сотни и сотни людей всех званий и состояний страдали и радовались, боролись и покорно несли свой крест. В мокрых, погребенных под землей срубах воспоминания о вольной жизни горели ярким пламенем, слова лились свободно. Немало житий прочел на своем веку Аввакум, но большая их часть написана была каким-то мертвым, нескладным языком, не тем богатым, сочным языком, на котором изъяснялись русские люди. «Не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речит Дмитрий Жуков, огнепальный, о протопопе Аввакума». Кассета вторая. Немало житий прочел на своем веку Аввакум, но большая их часть написана была каким-то мертвым, нескладным языком, не тем богатым, сочным языком, на котором изъяснялись русские люди. «Не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить», напишет он впоследствии во вступлении к своему житию. «Я не брегу о красноречии и не уничижаю своего русского языка». Аввакум не заботился об изысканности, презирал напыщенную трескотню придворных графоманов. «По нужде ворчу, понеже докучают, а как бы ни спрашивали, я бы молчал больше». Литература не была для него ни профессиональным занятием, ни средством удовлетворения честолюбия. Борец. Он видел в литературе лишь иной род оружия. Не окажись Аввакум в земляной тюрьме, он, возможно, ограничил бы свою деятельность лишь огненными проповедями, да еще письмами. А теперь он вынужден был писать более пространно и творил так же талантливо и страстно, как делал в жизни все. И вроде бы само получалось у этого мужицкого писателя, который речь свою называл вяканьем, а литературную работу – ковырянием. Хотя все было рассказано Епифанию за несколько полярных ночей, говорено обо всем переговорено, взявшись за перо, Аввакум задумался, о чем писать. Пестра жизнь, а сказать людям надо главное, чтобы не отвлекать их мысль в сторону, чтобы была книга как вопль в ночи, а не жалобное стенание. «Стану сказывать верхи своим бедам», — решила Аввакум. Считается, что Аввакум начал писать свое житие еще в 1669 году, до приезда в Пустозерск Елагина и введения тюремных строгостей. Однако известны еще три редакции жития, написанные Аввакумом с 1672 по 1675 год.
сохранились подлинные рукописи двух из них. Подлинники и списки с двух других редакций дают представление, как работал Аввакум, как он совершенствовал свое знаменитое произведение, как шлифовал фразы и отбирал эпизоды, как перешел он от мемуарного повествования к сюжетному. Полемика и поучение, ради чего и задумана была автобиография, как-то не укладывались в русло жизни, которая упруго билась и теснила их к берегам, на края, в начало и концы. Простите меня, а однако уже развякался, еще вам повесть скажу. Не соврать бы, всю правду сказать. И такой он был Аввакум, и сякой, всякий и простой. Редко-редко найдешь в житии эпизоды, которые бы ныне не подтверждались документами. Не преувеличивал, не приукрашивал ничего Аввакум. Не часто подводила его память. Но дело даже не в том, точен или не точен был Аввакум. Не хроник он писал. Дело в том, как он изображал себя и других. Действительность для Аввакум была чем-то суетным, приходящим. Но в ней человек проходил испытание. Выдержавшему давалось истинное и вечное. Однако до чего же он был привязан к этой суетной жизни, с каким достоинством шагал по ней, как стойко переносил страдания. И не любовался ими, как авторы многих житий, якобы испытавшие к боли прямо-таки сладострастное влечение. Противоречивый человек был Аввакум. У него найдешь и пространное описание, как постились узники в Пустозерске, десятки дней не принимали пищи, лишь полоскали рот квасом. А вот он радуется, что досталось ему хлебца немножко, и удалось штец похлебать. Всему свое время. Время непреклонности и время уступчивости, время жестокости и время нежности, время злословия и время шутки. Всему человеческому отдал дань Аввакум и не постыдился этого человеческого. Сказал своим читателям: «Судите сами». Он доверял им. И это доверие есть проявление величайшего уважения к человеческой личности, вера в то, что всякий человек сложен и умен. Чередой возникали в памяти его Неронов, Никон, Ртищев, Пашков, юродивый Федор и еще многие. Одних он любил, других ненавидел. Но никому не мог отказать Аввакум в человечности. На что Пашков злодей был, а и то мучился и сомневался. Победить врага злого да глупого в себе чести мало. А сам-то он, Аввакум, всегда ли добр бывал даже к близким своим? Даже к самому близкому человеку, к жене, к Марковне своей, что ныне с сыновьями Иваном и Прокопием на Мизене в земле закопано сидит. Не бывал ли он груб с ней, не попадалась ли она ему под горячую руку? Ох, горе! Страдалица безропотная, подруга верная, мать хлопотливая. В ноги кланяется он ей и всем заказывает: помните вечно, какова Марковна. А дети? Какая им выпала доля горемыкам? А сколько детей духовных показнили? Федор юродивый, удавленный палачами на Мизене. Вспомнил еще его раз Аввакум и написал: не на баснях проходил подвиг, не как я окаянный. Собственный труд казался ему незначительным. Смерть, кругом смерть. Выпросил у Бога светлую Россию сатана, даже очервленит ее кровью мученическую. Безобразная и греховная жизнь, кричать хочется. А как сказать главное? Тянет в стороны повествование, того и гляди, все рассыплется. Но оттекает безжалостно Аввакум сучи, чтобы ствол прямее был. Да что делать, разве все отсечешь? Благословение надо отца духовного Епифания просить. Напишет Аввакум кусок и просит стрельца, что подобрее, отнести в земляную яму к старцу, пусть рассудит тот. Вот написал он: как возвращаясь за Байкала, спас Пашковского замотая. Как завалил его пожитками, а сверху Марковну с дочерью положил. Как казакам лгал. Сильно ли он согрешил тогда? Припиши же что-нибудь, старец.
И Епифаний приписывает: «Бог да простит тебя и благословит всем веции в будущем, и подружию твою Анастасию, черь вашу и весь дом ваш. Добро сотворили есть и правильно. Аминь». Получив через стрельца же рукопись обратно, Аввакум пишет: «Добро, старец, спаси Бог на милостыне». «Полно того». И продолжает свой рассказ о возвращении из ссылки. Удивительная эта рукопись, как бы хранящее тепло рук и дыхание двух человеков, которые в зловонных своих ямах не ожесточились, не потеряли способности мыслить возвышенно. Иной раз Епифаний редактировал Аввакума, заклеивал текст бумажкой и сверху писал свое. Епифаний был не лучшим из редакторов. Коробила его литературная смелость Аввакума, благообразней хотелось ему написать, а получалось бледно и невыразительно. Все рукописи Аввакума проходили через руки Епифания, который был искусник во всяких поделках. Он сделал ящичек не только в топорище Бердыша, с которым стрелец отправился в Москву. Такие же тайнички для писем вырезал он и в деревянных крестах, которые изготавливал для московских почитателей пустозерских узников. Передавали их стрельцы, получая от москвичей приличную мзду. Рукописи своего Аввакумовского житии Епифаний аккуратно сшивал, делал переплеты из обтянутых оленей и замши деревянных дощечек, изготавливал из кусков меди петли для застежек и окрашивал киноварью обрезы книг. Эти книги тоже тайно проносились в Москву и другие русские города, там их переписывали усердные грамотеи. И подлинники и списки берегли, как зеницу ока, читали, перечитывали и сохранили до наших дней. Больше 80 сочинений написал за свою жизнь Аввакум. И всюду, в книге «Бесед» 69-75 годы, в книге «Толкований» 73-76, и в книге «Обличений», в письмах, челобитных, посланиях, он всякий раз говорит о себе и о других что-нибудь новое. У него нет времени на повторение. В своих сочинениях Аввакум часто ссылался по памяти на книги, которые читал в недолгие годы своей вольной жизни. В пустозерской тюрьме узники почти не читали книг. Лазарь писал царю: «Книг, государь, нам не дают лет больше 10, а в печали у нас память губится». Удивительна была память у Аввакума. По житию и посланиям его видно, что читал он прежде притчи Эзопа, Илиаду Гомера, историю иудейской войны, Флавия, повесть о белом клобуке, сказания о Флорентийском соборе, Физиолог, сказания о падении Византии, десятки исторических повестей, сотни богословских и полемических сочинений. И по памяти цитировал их, ошибаясь, конечно же, но не в сути. Особенно хорошо знал Аввакум апокрифическую литературу и легенды, отодвинутые впоследствии каноническими текстами в небытие. С этой литературой связано было инородное самосмышление, проникнутое идеями равенства всех перед Богом и природой, справедливости и духовной свободы, дающей жизнь творчеству. Легенды, духовные стихи, апокрифы не только питали Аввакума идеями, но и еще теснее приобщали его к народной словесной культуре. Писания пустозерских узников попадали и в восставший Соловецкий монастырь. Воевода Мещеринов и близко не мог подойти к стенам со своим тысячным войском. Лихой монах Никанор, с которым переписывался протопоп, ходил по стенам, крапил голландские пушки и приговаривал: «Матушки мои голландочки, надеемся на вас, что вы нас обороните». А пушкарям наказывал стрелять по воеводе: «Поразишь пастыря, ратные люди разбредутся, аки овцы». Крестьяне, посадские люди, казаки вместе с монахом дрались со стрельцами упорно, зло. Сосланные сюда ученики Аввакума бились бок о бок с бывшими сподвижниками Степана Разина, в свое время ходившего на богомоле в Соловецкий монастырь. Окрестные крестьяне помогали осажденным, чем могли. Так бы отсиделись, если бы не перебежал в стан осаждающих чернецкий актист, показавший под Сушилом у Белой башни закладенное камнями окно. Ночью Мещеринов проник в крепость, перебил сонных защитников и повесил монаха Никанора.
В январе 1676 года, вскоре после казни соловецких повстанцев, умер царь Алексей Михайлович. Новый царь Федор Алексеевич повелел перевести пустозерских узников в мрачные тюрьмы Спасо-Каменского и Кожеозерского монастырей, где их ждала участь боярыни Морозовой. По какой-то причине перевод не состоялся, но остался в силе приказ воеводе Львову накрепко и неотступно следить за Авакумом в сотоварищи, никого решительно не допускать к ним для разговоров, не давать им чернил и бумаги, писем бы никаких у них никто не имал. И все-таки оживленная переписка между Авакумом и множеством его приверженцев на воле продолжалась. О чем только не писал Авакум, каких только дел не затрагивал, и уж конечно высказывал свое отношение к покойному царю. Алексей Михайлович скончался буквально через несколько дней после падения Соловок. Авакум увидел в этом волю провидения и вскоре уже излагал в одном из посланий обстоятельства, при которых будто бы умирал Алексей Михайлович. По этой легенде царь расслаблен был прежде смерти. В бесконечных муках в отчаянии он взывал к погибшим: «Господи мои, отцы соловецкие! Старцы, утешьте меня, дайте покаяться в воровстве своем, как беззаконие совершал, как от веры христианской отвергся, как вашу соловецкую обитель под меч подклонил, иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, и боярин живых засадя уморил в пятисоженных ямах, а иных пережег и перевешал. Утешьте!» А изо рта и из носа у него сукровица потекла, быть-то и зарезанные коровы, и бумаги хлопчатые не могли напастись, затыкая царю ноздри и горло. «Пощадите, пощадите!» — будто бы кричал, умирая царь. «Кому ты, государь, молишься?» — спрашивали его. «Соловецкие старцы пилами трут меня и всяким оружием всяческим», — отвечал он. «Велите войску отступить от монастыря их». «А в те дни уж посечены быше», заключил Авакум. Еще до кончины Алексея Михайловича возненавидел его Авакум как мучителя и губителя людей. Перегорела в нем надежда на исправление царя. А ведь прежде, признавая достоинство государя, Авакум писал: «Ведаю разум твой, умеешь многие языки говорить, да что в том прибыли?» Он бил на патриотические чувства царя. «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах». А то начинал судить: «А ты, миленький, посмотри-ка в пазуху-то у себя, царь христианской, всех ли христиан тех любишь? Перестань-ка ты нас мучить того, возьми ретиков тех, погубивших душу свою, и пережги их скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти природных своих. Право, будет хорошо. Меня, хотя и не замая в земле той до самой смерти, иных тех распусти». В своих посланиях Авакум часто возвращается к раздумьям о царе и пределах его власти. Враг царя омрачил. Как ему льстили, как величали: «Благочестивейший, тишайший, самодержавнейший государь наш, такой-сякой, великий, больше всех святых от века». Вот он и возомнил, что и впрямь таков святей его нет. Много мучительства сотворил Алексей Михайлович, крови не повинной, реки потекли. А ведь царство у него никто не отнимал, просто по совести хотелось жить, по своему закону. И за это пластает и вешает людей. В Москве жгут и по городам жгут, митрополиты, воеводы. Помер царь, а дело его и ныне делают. Безумцы никоньяне, утесняя душу свою, говорят: «Не на нас где взыщется, нам где что? Предали патриархи митрополиты с архиепископами, мы где и творим так?» На великих ссылаются. А патриархи на соборе говорили ему Авакуму: «Не на нас взыщется, но на царе. Он изволил изменить старые книги». Царь тоже ответ держать не хотел: «Не я, так власти изволили». «А кто эти власти?» «Никон». Как-то при духовнике Стефане вздыхал, как-то плакал:
овчеобразный волк. В окно нищим деньги бросает, едучи по пути нищим золотые мечет. А мир-то слепой хвалит, такой сякой, миленький, не бывал такой от веку. А бабы молодые тешат его великого государя прескверннейшего. Миленький царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке. Говорят, антихрист Никон. Нет, Никон шиш антихриста. Не патриархом, а царем будет антихрист. И родится он от отца Иакова Израиля и матери Валы Рахилины. Сперва будет казаться людям кроток и смирен, милостив и человеколюбив. Слово в слово, как и Никон, ближний предтечи его, плакать горазд. Обманет он людей, и пойдут они за ним по своей воле. Так думал и писал Аввакум. И он рисовал карикатуру на Никона на бумаге, а не было ее, то на березке. И надписи делал язвительные и неприличные, обличавшие развратное поведение Никона. Сам Аввакум никогда не был ханжой, и, отвергая крайний аскетизм некоторых своих сторонников, цитировал: «Честен брак, и ложа не скверна». Творения Аввакума расходились по Руси. Аввакум был не только великим оратором, не только великим писателем, разрушавшим каноны тогдашнего неудобоваримого книжного языка, не только публицистом, поднявшим критику до небывалого высокого художественного уровня. Он был и первым известным русским карикатуристом. Рисовал он карикатуры и на митрополита Павла с Иларионом, и на восточных патриархов, и на царя. Ненависть его к Алексею Михайловичу была уже такова, что он под конец велел через сыновей своих сторонникам царскую гробницу дегтем марать. Это кощунственное распоряжение объясняется тем, что в аду, и только в аду, видел место Аввакум покойному государю. А мучитель ревет в жителе огня. Навость тебе столовая, долгие бесконечные, пироги и меды сладкие, и водка, процеженная зеленым вином. А если под тобой перина пуховая и возглавие, и евнухи опахивают твое здоровье, чтобы мухи не кусали великого государя. А как там срать с того ходишь? Спальники робята подтирают гузнота в жупеле том огненном. Бедная, бедная безумная царишка, что ты над собою сделал? Ну сквозь землю пропадай, блядин сын. В то время надо было иметь великую дерзость мысли, чтобы так писать. А черпал эту дерзость Аввакум в своем представлении о равенстве всех людей перед Богом. В Евангелии учительном, изданном в 1652 году, он мог прочесть, что всем людям одинаково даны разум и самовластие. Равно сияет солнце на всех, на благих и на лукавых. «Ныне же равны все здесь на земле», — писал Аввакум. Нечестивее же и паче наслаждаются. Его рассуждение о равенстве православных братьев по духу мало отличается от заветов раннего христианства. Но Аввакум не терпел отвлеченности. Примеры из русской действительности придавали евангельским идеям острое социальное звучание. Аввакум выступал в защиту личных достоинств человека, считая, что люди равны по своей природе. Богатую и родовитую Морозову он иронически спрашивал: «А ли ты нас тем лучше, что боярыня?» Из этого не стоит делать вывод, что Аввакум был последовательным борцом за демократию. Но в условиях строго иерархического общества уже само подобное рассуждение обладало огромной взрывчатой силой. Нетрудно себе представить, как воспринимались послания Аввакума в народе. В суете, всему внешнему Аввакум противопоставлял напряженную духовную жизнь. Для чего живет человек? Стяжательство ли ради? Не имеет ценности богатства Морозовых, не говоря уже о бедняцком имуществе. Мешок да горшок, а третья лапки на ногах. Тем, кто трусил и ссылался на то, что дети малы, жена молода, разоряться не хочется, Аввакум приводил в пример стойкость Морозовой и ее подруг.
А ты, мужик, да безумнее баб, не имеешь целого ума. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А затем что? Не гроб ли? Есть и спать для того, чтобы жить. Жить для того, чтобы есть и спать. Начисто отвергал Аввакум подобную философию. Смысл жизни был для него в борьбе, в напряженном искательстве правды. Он обличал пьяных и блудных, поработившихся страстям века сего, и славил тех, кто мог гордо сказать: «Никого не боюсь, ни царя, ни князя, ни богата, ни сильно, ни дьявола самого». Туго набитое чрево становится у Аввакума как бы символом и причиной всех зол. Даже отход от раскола князя Ихованского он объяснял боязнью вельможи покинуть фаршированные куры и крепкие меды. Князь в церкви в описании Аввакума непременно был толсторожим и колебал упитанным брюхом. Новый фасон иерейской одежды с высокой талией давал ему повод для ядовитых восклицаний. «А ты, что чреватая жонка, не изрядить бы в брюхе рабенка, подпоясываясь по титькам? Чему быть? И в твоем брюхе-то не меньше рабенка бабья накладено, беды-то! Язок миндальных, и ренского, и романея, и водок различных с вином процеженным налил. Как и подпоясать? Невозможное дело, едомое извредить в нем». В том же Евангелии учителям говорилось, что человек самовластно выбирает, как ему жить. Никого не понуждает Бог, или добре живет, или зле. Аввакум, наверное, не раз возвращался к этой мысли, и опять же не мог воспринять ее отвлеченно. Понимание добра и зла он переводил из моральной плоскости в чисто политическую. Зло для него было заключено в никоньянстве. Иные критерии оценки человека как-то стушевывались. Их подавлял жесткий партийный принцип. Здесь добро, там зло. Здесь высокая духовность, там низменная страсть к обогащению, суетное желание сделать карьеру любой ценой. «Жги, государь, крестьян, а нам как прикажешь, так мы в церкви и поем. Во всем тебе, государь, не противны. Хоть медведя дай нам в алтарь, и мы рады тебя, государя, тешить, лишь бы нам погребы давай, да кормы с дворца». Так по Аввакуму будто бы говорили царю церковной власти, готовые ради дворцового пайка поощрять любые преступления против народа. О своем враге митрополите Крутицком Павле Аввакум писал: «Тот не жевал духовно, блинами все торговал, да оладьями, да как учинился попенком, так по боярским дворам блюда лизать научился. Не видал и не знает духовного того жития». В житейских примерах своих Аввакум порой опускался до сплетни. Все годилось в дело, когда речь шла о развенчании врагов. Также все годилось для обмана никоньян. В своих советах старообрядцам Аввакум мастерски рисует целые житейские картины, поясняя ими, как вести себя с начальниками и попами. Впрочем, он не оговаривал только своих сторонников, не отговаривал от царской службы, советовал скрывать свои взгляды, продвигаться и добро творить. Аввакум гордился своей славой учителя. «Мне неколи плакать, всегда играю с человеки. В ночи что пособеру, а в день и рассыплю». Ему верили, но иные его советы были жестокими. Отчаявшись найти правду, поиски которой стали смыслом его жизни, Аввакум писал другу: «Пропала, чадо, правда. Негде соискать стало. Разве в огонь с совестью собрался? Или в тюрьму по-нашему?» Не только капитоны, но и десятки правоверных старообрядцев проповедовали: «О, братья и сестры, радейте и не ослабейте! Великий страдалец Аввакум благословляет и вечную вам память воспевает! Текайте, да все огнем сгорите! Подойди-ка, достаньте седыми своими волосами! Приникни, о невеста, с девической красотою! Возрите сию книгу, священную тетрадь! Не мутим мы вас, не обманываем, зрите слог словес и чья рука. Сам сие чертал великий Аввакум, славный страдалец». Однажды Аввакум написал:
Знал я покойника Доминтиана. Прост был человек, а конец пускай добре сотворил. Отступников утекая, сожегся. Тюменский поп Доминтиан стал иноком под именем Даниила. К его келье, что была под Тобольском, пришли люди из многих городов и уездов, и, побуждаемые фанатиками, требовали крещения огнем. Старец Даниил просил совета у своего духовного отца инока Иванища. «Заварил кашу», — ответил тот, — «ну и ешь ее, как знаешь». 1700 человек сгорело с Даниилом. Огонь и меч опустошали русскую землю. Когда разбили Разина, на многих тысячах виселиц закачались тела. Кровью пропиталась земля городских площадей. Не было спуску и раскольникам. Узнав, что идут подьячие и начальники с солдатами и понятыми, раскольники приходили в крайнее возбуждение. Уже настроенные фанатиками, они клялись друг другу не даваться в руки солдат живыми. Крестьяне бежали к проповедникам и кричали: «Враг беды с напастями и бурю с огнем воздвиг! Секут, дорубят, кончина пришла! Заставы и приставы на всякой версте, едет ли кто, идет ли, кричат! Как крестишься? Что медлишь, старче? Невозможно стало жить!» Все вместе они запирались в часовне, в церкви, в избе или авине, заваливали окна и двери бревнами и разобранными заборами, прокладывали везде смольем и соломой и ждали гонителей. Огонь зажигался лишь при нападении солдат. Самосожжение не было особенным раскольническим догматом, самоубийство запрещено религией. Сжигались скорее от отчаяния. Только на родине Авакума, в Нижегородском Закудемском стану, в авинах сгорели 1002 крестьян с женами и детьми. Недоброе дело сделал Авакум, одобрив самосожжение. Однако согласны с Авакумом были не все. Одним из руководителей старообрядчества в Поморье был Досифей, бывший игумен беседного Никольского монастыря Бестищина. Пользовался он громадным влиянием. «У отца Досифея благословения прошу, и старец Епифаний также, по премногу челом бьем», — писал Авакум. Досифея и его окружение боролись с гарями. Он настоял, чтобы самовольных мучеников признали за самоубийц. Ученик и друг Авакума, известный инок Сергий, набросился на Досифея: «Ты уничижил рассуждение великого страдальца! Сатана за кожу тебе залез», — ответил Досифей. К этому времени уже пестр стал раскол. Раздоры дробили его на все более мелкие секты. Авакум с тоской писал: «Уже друг друга гнушаетесь, и хлеба не едите друг с другом. Глупцы! От гордости, что черви капустные, все пропадете. У нас повсюду ропот, да счет, да самомнение с гордостью, да укоризны друг на друга, да напущение на искренних, да всяк учитель. А послушников и нет. А нет единства, нет и силы. Как ни ревностен каждый по отдельности. Доброе дело содеяли чада Симеоне. Надобно так», — цитировал Сергий письма Авакума и давал их переписывать. А потом заверял: «Авакум писал своей рукой здесь». Но противники самосожжения не дремали. Ученик Досифея, инок Ефросин, ходил по городам, где заправляли фанатики, и устраивал диспуты. В городе Романове он будто бы убедил всех, а потом слышит, как некая девка-дуравка ходит по улицам и рассказывает: «Наши подьячего взяли, день и ночь пишут, чем улечить Ефросина из города выгнать». Страшную злобу питали друг другу братья по вере. В том же Романове скрывалась раскольница, княгиня Анна Хилкова, выступавшая против самосожженцев. Ей отказывали в крови, грубили, досаждали, даже единого голодом не уморили. Встречу свою с проповедниками самосожжения Ефросин описывал так: «Поликарп долу главу поник, покашливает. Андрей, сидя на лавке, поезживает, подъящий из кута, что волк позирает, все друг на друга поглядывают. Почему поборствуешь и вшивишь, — говорили они, — почему людям гореть не велишь? Не ты ли губитель душеяд и душеглот по целому граду глотаешь?
Белев свой проглотил уже, и Романов хочешь пожрать. Не проглотишь, вем. Подавишься молитвами страдальца отца Авакума, кричал поликарп Петров. Ему вторил проповедник Андрей. Яко ерш из воды, вые колом, голова копылом, весь дрожает, трясясь от великой ревности, брода плясаши, зубы щелкаху. Выразительно писали в 17 веке, точно и красочно. Долго боролись сторонники Досифея и Фросина, прежде чем Гарри пошли на убыль. Критики Авакума не раз обвиняли его в грубости языка и в мужичьем безумном умствовании. Сам Авакум писал: «Я ведь не богослов, что на ум попало, я то тебе и говорю». Неистовым борцом, а не глубоким мыслителем проявляет себя Авакум в своем литературном творчестве. Но писатель-то Авакум был замечательный. Именно этот его талант заставлял так напряженно прислушиваться к нему современников и вызывал восторженные отзывы последующих поколений великих русских литераторов. Отказавшись от условности и традиций средневековой литературы, Авакум смело ввел народное просторечие в книжный язык. Ему чужды были обычные для того времени риторические украшения, фразы его до предела насыщены, как говорят сейчас, информацией. Это особенно отчетливо проявилось в его житии, где не в ущерб ясности словам чрезвычайно тесно, где каждая фраза едва ли не законченный эпизод, и в каждой строчке, написанной Авакумом, виден русский человек. Не зная иной действительности, кроме русской, в своих поучениях он даже персонажей религиозных книг изображает как своих современников. У богатого человека Христа из Евангелия ломоть хлеба выпрошу. У Павла апостола, у богатого гостя, из послания его хлеба кроху выпрошу. У Златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу. У Давида царя, у Исаия пророков, у посадских людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю. Вот Адам и Ева после грехопадения проспались бедные с похмелья, оно и самим себе сором. Борода, ус в блевотине, а со здравых чаш голова кругом идет и на плечах не держится. Аину отца и честного сын пропился в кабаке под рогожию и на печи валяется. У Авакума на кресте Христа мертва в ребра мужик стрелец рогатиной пырнул. Выслужился, 5 рублей в ему государево жалование, да сукно, да погреб. Понеже радеет нам, великому государю. Это уже не только бытовая сцена. Она имела глубокий политический, психологический смысл для русского человека 17-го столетия, а современному читателю дает яркое представление о той эпохе. Брань и молитва. Интимные переживания и семейный быт. Высокие патриотические мысли и мучительные поиски пути для России. Все это вошло в его сочинение. Была в них и высокая поэзия. О замученных Морозовой, Урусовой и Даниловой он написал: «О трех исповедницах слово плачевное, которое можно счесть стихами. Увы, увы, чада моя прелюбезная, увы, други моя сердечная, кто подобен вам на всем свете, увы мне осиротевшему? Оставишь о мне чада зверям на снегение, увы, увы, чада моя. Никто же смеет и спросите у никоньям безбожных телеса ваша блаженная, бездушно, мертво, уязвленно, поношениями стреляемо, паче же врагоже обреченно. Увы, увы, птенцы мои, вижу ваши уста безгласно. О ли чудо, о преславное, ужаснися небо, и да подвижется основание земли. Соберитесь, русские сынови, соберитесь, девы и матери, рыдайте, горцы, плачете со мною вкупе, другом моих соборным плачем». Однажды случилось в Москве вот что. Сербский архидиакон Иван Плешкович пришел как-то в мастерскую к знаменитому иконописцу царской палаты, начальнейшему изографу Симону Ушакову. Любопытно, что Симон Ушаков был родственником митрополита Суздальского Илариона. Не лишне напомнить, что Иларион был из нижегородских пределов, провел детство и юность в окрестностях Макарьевского монастыря,
женился на сестре Павла Коломенского, знавал у себя на родине Никона, Нерона и Аввакума. И увидел только что написанный образ Марии Магдалины. Неизможденная христианская святая смотрела на него с иконы, а, как выразился тогда еще живой инок Авраамий, блудница. Написано ярко, в новомодной манере, она могла служить иллюстрацией к словам Аввакума, которыми он описал внешность богатой щеголихи. «А прелюбодейся белилами, румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряносна, поклоны низкие, словеса гладкие, вопросы тихие, ответы мягкие, приветы сладкие, рубаха белая, ризы красные, сапоги софьяновые, как быть хороша!» Иван Плешкович возмутился и даже плюнул. «Не приемлю!» — рявкнул архидиакон и принялся хулить световидные образы Симона Ушакова. Присутствовавший при этом ученик Симона и сам уже изрядный мастер Осип Владимиров вступил с Плешковичем в спор. А поскольку Иван Плешкович был не одинок в своем неприятии новой манеры, Владимиров написал трактат об искусстве «Послание некоего изуграфа Иосифа к Цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу». Из этого сочинения стало известно о споре с архидиаконом, которого Владимир называл лаятелем, блеготливым козлищем, злозависным. Восторженно отзываясь о западноевропейской живописи, знаменщик, а иначе художник печатного двора Владимиров хвалил мастеров, следующих благотелесному образу отчего всякая икона их, светлая и румяна, стенная и живоподобнее воображается. Иностранные художники, по мнению Владимира, хорошо изображают царские персоны, в том числе и образ российского царя. И он задает явно провокационный вопрос. «Об этом царевом образе как рассуждаешь, Плешковичи? Надо ли такую царскую персону хвалить и любезно почитать?» Попробуй тут возражать, и тотчас припишет оскорбление царского величества. Притворным живописцам, придворным, всегда было легко постоять за себя. Царские иконописцы пренебрежительно отзывались о народных художниках, о мазарях, почему-то отождествляя неискусные работы некоторых с русским искусством вообще. Владимиров высмеивал иконы, которые шуяне и холуяне, палешане на торжках продают. Сам он был посадским человеком, но уже усвоил аристократический тон, уверяя, что мужикам скорее бы гончаровствовать, а не иконы писать. Владимиров делал вид, что никогда не любовался иконами старых мастеров в кремлевских соборах. Правда, закопченные, потускневшие, они могли не производить сильного впечатления. Но дело тут было еще и в другом. Яростный сторонник никоновской реформы, он считал, что в русских книгах от невежества допущены ошибки. И теперь они исправляются от премудрейших греческих. «Так же, господина и в иконах», — заключал он. Рассвет русской иконописи падает на 14-16 века. Победа над татарами, идея Третьего Рима. Икона тогда не была личным достоянием изографа. Иконописец, как бы растворяясь в народной массе, был выразителем ее переживаний, ее победоносно-торжественного настроения, ее ощущения соборности. Реалистические подробности не отвечали этому настроению. Благоговейное отношение к своему делу, длительные посты перед самым процессом иконописания исключали какую бы то ни было будничность. Принято было даже думать, что самые прославленные иконы писались несознательно. Некая высшая сила водила рукой художника. В 17 веке расцвело то, что принято называть русским барокко, с его нарядностью, затейливостью, красочностью. Вместе с проникновением западной культуры при Алексее Михайловиче постепенно менялась и живопись. Главным становилось личное мастерство художника, а не общественное настроение. А слабо символичность искусства, духовность его. Появилось желание выразить какой-нибудь отдельной деталью, стремление, если не к реализму, то к реалистичности. Аввакум утверждал, что если прежде художник добрые изуграфы, создавая иконы, писали рукой и ноги тонкими, а лица изможденными от поста и труда,
и всякие им находящие скорби, то ныне образа пишутся по образу и подобию тех, кто больше заботится о брюхе, чем о душе. Пишите таковых же, как вы сами, толстобрюхих, толсторожих, и ноги, и руки, яко стульцы. Отказ от духовности, как считал Аввакум, ведет к оскудению искусства. Выступая против господства сытой плоти и житейского тщеславия, предугадывает дух мертвой и мертвящей рассудочности, которому уже пахнуло с запада, Аввакум в своей беседе об иконном писании жестоко высмеивал новые веяния. У образов теперь лице дутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, так же и у ног бедры толстые, разве что сабли при бедре не писано. Заносясь в своем неприятии всего нерусского, Аввакум восклицал: «Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев. А николи чудотворцу дали имя немецкое, Николай». Обидно было ему за любимого святого русских людей, который в свое время совсем в духе Аввакума ария собаку по зубам брязнул. Аввакум считал, что национальный тип иконных ликов подменяется не русским, и в этом он был не одинок. Иван Плешкович тогда в мастерской Ушакова кричал: «Немчина вынесли на гору, на кресте слом написанного», обвиняя Плешковича в том, что тот любит темнообразие икон и очеделые лица святых. Осип Владимиров спрашивал: «Весь ли род человеческий воедино обличье создан? Все ли святые смуглые и тощи были?» К Аввакуму эти саркастические вопросы не относились бы, так как протопоп даже обвинял новых иконописцев в том, что они предпочитают в лицах святых белость, а не румянство. Впрочем, спор о русской иконописи 17 века продолжается до наших дней. Еще надеясь на перемену, Аввакум послал челобитную царю Федору Алексеевичу: «А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илья пророк, всех перепластал в един день. Не осквернил бы рук своих, но и осветил чаю. Да воевода бы мне крепкой умной князь Юрий Алексеевич Долгорукой. Первого бы Никона того собаку рассекли бы на четверо, а потом бы и Никониан тех». Но эта жажда мести относилась уже к области жестоких мечтаний. Москве было не до Аввакума. От первого брака у царя Алексея Михайловича было 8 дочерей и 5 сыновей. Дочери отличались крепким здоровьем, а сыновья почему-то были хилые, и трое из них умерли еще в детстве. Внезапная смерть Алексея Михайловича привела на престол 14-летнего мальчика с распухшими от болезни ногами, оказавшегося в полной зависимости от своего опекуна, князя Юрия Долгорукого. Артамон Матвеев, ведавший после ордена Нащекина всей внешней политикой, имел в последние годы большую власть. Он женил вдову Алексея Михайловича на своей воспитаннице и родственнице Наталье Нарышкиной и видел во царении Федора заказ своей звезды. Матвеев подкупил стрельцов, чтобы они стояли за Петра, маленького сына Натальи. Но эта попытка не удалась. Падение Матвеева было предрешено. Аввакум писал, что Артамон уговаривал царя со властьми: «Возьми да пали бедных наших», и соловки не пощадили. И случилось так, что снова встретились они друг с другом. Помимо прочего, Матвеева обвинили в умысле на жизнь государя, потому что в ведении его находились и лекарства, аптекарская палата. Если сперва его отсылали в почетную ссылку воеводы в Верхотурье, то потом на пути догнали, отняли книги лечебника и велели ему выдать своих людей, Ивана Еврея и Карлу Захара. Долго велось следствие, как составлялось и подносилось лекарство больному царю. Обвиненный в чернокнижии, Матвеев сыном был сослан в место плачевное в Пустозерск. Там он развратил местного попа, обращенного было Аввакумом в старую веру. Артамон, ученый Лавыга, плут, и цареву душу в руках держал, а сия ему тварь заничтожа, говорил протопоп. В беде Артамон оказался нестойким, без конца писал жалобу в Москву.
А ведь держали его в куда лучших условиях, чем в вакууме. В 1680 году Матвеева перевели на Мизень. Он оттуда писал царю: «А что жалование дано, и того будет на день нам по три денежки. А и противникам церковным, которые сослан на Мизень, а вакуума жена и дети, и тем твоего государева жалования на день по грошу на человека. А на малых по три денежки. А мы, холопи твои, ни противники, ни церкви, ни вашему царскому повелению». Суровый патриарх Иоаким взялся и за Никона, жившего в Ферапонтовом монастыре. Следствие показало, что властолюбивый Никон там жил не только вольно, но и по-прежнему называл себя патриархом, напившись и ранил людей безвинно. Занимал 25 келий, затевал мелочные ссоры с монахами, сожительствовал с женщинами. Собор по настоянию патриарха постановил перевести Никона в Кириллов монастырь, поручить его заботам двух старцев, а мирян и других иноков к нему в келью не пускать. Но при дворе Никона не забывали. У него находились могущественные заступники, которые говорили о нем царю Федору только хорошее. К тому же царь посетил недостроенный Никоном Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим. Эта величественная постройка понравилась ему. Он решил довершить ее и даже предложил патриарху Иоакиму перевести Никона в эту обитель. Иоаким, испугавшись такой близости соперника к Москве, наотрез отказался дать свое согласие. «Свержен он не нами, а Великим Собором и Вселенскими Патриархами. Мы не можем возвратить его без их ведома. Впрочем, государь, будет твоя воля», — сказал он царю. Соловьев вслед за историком Татищевым писал: «Есть известие, что Симеон Половский, не ужившийся с Иоакимом, хотел употребить Никона орудием для его удаления и уговаривал своего царственного ученика установить в России четырех патриархов на местах четырех митрополитов в Новгороде, Казани, Ростове и Крутицах, послать Иоакима патриархом в Новгород, а Никона возвратить в Москву и назвать папою. Созван был даже собор, так и не решивший дело Никона. А Никон в это время был уже при смерти. Иоаким велел похоронить его как простого монаха. Но дело дошло до царя, который добился, чтобы бывшего патриарха похоронили в Воскресенском монастыре. Умирающего Никона везли на струги по Волге. В Толкском монастыре он приобщился. Когда струг вошел из Волги в реку Катарасль, Никон скончался». Это было 17 августа 1681 года. В Пустозерске к тому времени тюрьма стала обширнее. Сидели тут и разинцы, и соловецкие мятежники. Пустозерский воевода Тухачевский докладывал: «А ныне и впредь велено приказывать караульным стрельцам накрепко, под смертную казнью, чтобы они тех колодников держали в тюрьме с великою крепостью. И те тюрьмы, где сидят Аввакум с товарищи, сгнили, и тын, что возле тех тюрем, погнил и развалился». Ему вторил Андриан Тихонович Ханенев, воевода с 1680 года. «Да в Пустозерке же, государь, тюрьмы, где сидят ссыльные Аввакум со товарищи, все худы и развалились же, а починить тех тюрем нельзя. Все сгнили, а вновь построить без твоего государя указу не смею». Хананеву велено было строить тюремный двор с великим бережением, чтобы из тюрьмы из колодников кто не ушел, а строить прежде велеть тюремный тын с великим же остерегательством. Сгнили и осыпались бревна, зарытых в землю срубов. Не устояли тюрьмы перед разрушительной работой времени и сырости. А вот узники выстояли, не сдались. Никакие остерегательства не могли пресечь их связи с волей. Среди сотни стрельцов Пустозерского гарнизона всегда находились как сочувствовавшие, так и те, которых можно было подкупить. В Москве готовилось открытое выступление сторонников Аввакума, и он принимал в его подготовке деятельное участие. В истории России Аввакум мог стать фигурой не менее крупной, чем Лютер в истории Германии.
но не стал. Исторический смысл социально-религиозной деятельности каждого был различен. И тем не менее, сопоставить эти две личности чрезвычайно любопытно. Авакум был одарен не менее Лютера и также прекрасно владел пером. Как и немец, он не считал неизбежной победу сил зла. Как и у Лютера, отождествлявшего Рим с блудницей вавилонской, мироощущение Авакума было глубоко национальным, а язык сочным, народным. И та же злость, привязанность к жизни на земле, к семье. Мартин Лютер унаследовал от своих простонародных предков выносливость, физическую силу. Пройдя выучку в августинском монастыре, он тщетно требовал от церковной схоластики ответа на свои духовные искания. Лютер жил в ту эпоху, когда Германия еще только становилась на путь, ведущий к национальному и государственному единству. Возмущенный продажей индульгенции, Лютер 31 октября 1517 года вывесил на дверях Виттенбергской замковой церкви свои знаменитые 95 тезисов, вызывая на диспут церковников. Теологические тезисы косвенно посягали на власть папы, отвергали претензии католического духовенства на господствующее положение в немецком обществе. Совпав с оппозиционными настроениями против Рима, они прозвучали как сигнал к выступлению самых различных слоев народа против католической церкви и породили реформационное движение. Церковные власти требовали от Лютера сказать одно лишь слово – «отрекаюсь». Но он не собирался ни отрекаться, ни ехать на церковный суд в Рим. На диспуте в Лейпциге он объявил правильными взгляды чешского реформатора Яна Гуса, а в 1520 году сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу, отлучавшую Лютера от церкви, и объявил борьбу с папским засилием дела всей немецкой нации. У него оказался дар оратора. Образным, грубым, метким языком он обращался к народу. «Все христиане – священники!» – провозглашал он. «Право папы толковать Писание и его притязание на светскую власть надо урезать, самого посадить за молитвенник. Бесполезный народ из кардиналов сократить, змеиную кучу курии свести на одну сотню». Он отвергал безбрачие священников, индульгенции, богомолья. Требовал уничтожения нищенства, преобразования школы, свободы отдельных христиан от церковных предписаний, демократических нововведений. Лютер стал героем немецкого народа. На императорском сейме в Вормсе он упорно стоял на своем. Осужденный сеймом как еретик, он был спрятан рыцарями в замке Вартбург. Его сперва считали погибшим, а он, лишенный возможности общаться с народом, в своем добровольном заточении делал новый перевод Библии, который потом стал народной книгой и утвердил нормы общенемецкого языка. В своих странных воззваниях Лютер пророчил восстание крестьян, а когда оно действительно разразилось, выступил в поддержку светской власти. «Пусть кто может, душит и колет, тайно и открыто, и помнит, что нет ничего более ядовитого, вредного, бесовского, чем мятежник», – писал он. «Как осла нужно бить, так простой народ можно только насилием держать в послушании». Он разошелся с гуманистами и объявил разум блудницей дьявола. В конечном счете реформация свелась к церковной перемене и усилила власть светских государей. В немецкой истории произошел крупный сдвиг. В России 17 века национальное и государственное единство было уже давно достигнуто. Царь и патриархи стремились к еще большему усилению власти государства и церкви, лелея планы объединения славянских земель и православных церквей. Объективно, несмотря на демократический и патриотический оттенок, идеология сторонников Авакума была противоречивой, направленной против закономерности исторического развития. Не одержав победы, она была обречена на потаенное существование, а те, кто творил ее, на долгое забвение. Но движение все же было массовым, распространялось вширь, захватывало крепостное крестьянство. Посадские люди и крестьяне продолжали бежать в глухие леса, отказывались выполнять церковные обряды и государственные повинности.
Уже и Аввакум, былой противник бунтов, объявлял народное восстание небесным возмездием царской и церковной властям за их действия. Это и был подлинный раскол. Немало сторонников старой веры билось под знаменами Степана Разина в годы крестьянской войны. Через 100 лет Емельян Пугачев провозгласит лозунг борьбы за старую веру. И уже надвигалось московское восстание и стрелецкие бунты. Зная об авторитете Аввакума, о огнепальных посланиях пустозерского узника, власти испытывали тревогу, боялись его. Собор 1681-82 годов отметил большое число выступлений посадских людей против церкви и государства и принял решение подвергнуть раскольников жестоким казням. И еще собор не окончился, как в Пустозерск выехал по нарочной из Москвы посылки стременны стрелецкого полку капитан Иван Сергиев, сын Лешуков. Прежде он состоял на службе в приказе тайных дел. По пути на Мизене Лешуков объявил опальному артамону Матвееву указ о помиловании. 14 апреля 1682 года Лешуков сжег Аввакума и его соузников. «Смело дерзайте, но не на пользу себе, Аввакум». Пролог. Городок в то апрельское утро заполнили люди пришлые. По льду Печоры и Пустого озера, по укатанным зимникам загодя пребывали в санях хмурые мужики в необъятных тулупах, из которых торчали заиндевевшие бороды. Из тундры на быстрых оленях примчалась самоядь, узкоглазые немцы. Да не один, не одни, с женами и выводками ребятишек, скатывавшихся в своих меховых парках с саней, словно пушистые шары. Велика тундра, но слухи облетают ее быстрее птицы. Посланный из Москвы стременный стрелецкого полку капитан Иван Лешуков еще объявлял в Мизене опальному боярину артамону Матвееву указ о разрешении вернуться ко двору в Москву, а уж по кратчайшему пути через Ому рванулась немецкая оленья упряжка, понеслась в снежном облаке, оповещая всех встречных да поперечных, что на знаменитых узников пустозерской темницы надвигается лютая смерть. Ивану Сергеевичу Лешукову путь лежал кружной, долгий, по Мизене реке, да по Пижме реке, до самой Усть-Цильмы. А там уж вниз по Печоре к Пустозерску, в городку, крепости Заполярной. Едет Лешуков с 10 стрельцами на 3 санях, запряженных мохнатыми лошаденками. И чем ближе к Печоре, тем неспокойней на сердце у него. В Усть-Цильме и вовсе встревожился. Мужики, бутнофитское семя, разинцы недобитые, волками смотрят, того и гляди, красного петуха в постоялый двор выпустят, да и в ножи. Но недаром Иван Лешуков, Ивашка Лешуков, жалован не только в стрелецком, но до того и в тайном приказе. Недаром посылали его не раз по слову и делу государеву воров отчаянных вязать и доставлять в пыточные избы. Отоспаться своим стрельцам он не дал, половину караулом расставил вокруг избы и сам глаз не сомкнул, все думал. Как ему половчей исполнить наказ державы и церкви? Бывший протопоп Аввакум, распопа Лазарь, раздьякон Феодор, бывший чернец Епифаний, 15 лет уже сидят в пустозерском городке, и хотя тамошнему воеводе дан был царский указ строго, ныне и впредь приказывать караульным стрельцам накрепко, под смертную казнью, чтобы они тех колодников держали в тюрьме с великою крепостью. По всему царству растекается послание узников, хулящее самого царя и высоких церковных предводителей. И кто разносит эту хулу? Стрельцы, которым надлежит недреманно справлять службу государеву. В Москве показали на одного стрельца, что вернулся из Пустозерска, и тот на дыбе сознался,
Верно, принес он грамоту в Москву от Аввакума, сосуда дьявольского. В древке Бердыша прокопал ему узник Епифаний дыру. Так в той дыре скрыта грамотка была. И уж потом список с той грамоты нашли. Много там было всякой благословной укоризны покойному царю Алексею Михайловичу. Бедный, бедный, безумная царишка, что ты над собой сделал? Ну, сквозь землю пропадай. Аввакум-то из своей ее доли в челобитной царю Федору Алексеевичу не усомнился хулить отца его покойного. Сотник Акишев, которого 15 лет назад вез со стрельцами Аввакума в Пустозерск, говорил Лешукову, что здесь, в Усть-Тыльной, неистовый протопоп к народу обращался. Теперь вот все, отговорился Аввакум. В день крещения Аввакумов человек Герасим Шапошник в Кремле с Ивана Великого метал в народ воровские письма, а в январе, в день водосвятия, мятежники снова метали лески при самом царе и патриархе. Мало того, они же тайно вкрались в кремлевские соборные церкви, и там церковные ризы и гробы царские дегтем морали. Фу, кощунники! Повелел церковный собор по указке патриарха Иоакима казнить всех четырех пустозерских узников без пролития крови, то бишь сжечь, чтобы не было впредь никаких посланий огнепальных, сеющих соблазн и смуту на Руси. Ночевка прошла спокойно. Народишко хоть и поглядывал злобно из-под насупленных бровей, а на дело не решился. Отбили охотку-то. Понавидались всякого люди. И как разница в железе тоже в Пустозерск везли, как и соловок людей волокли, и как односельчанам колодки на ноги набивали. И чуть разведнелось, солнце не сходило, а так, жемчужный заполярный свет прибелил снега. Потрусили лошаденки с Лешуковым и стрельцами дальше, по обметенному ветром льду Печоры. Быстро ли, медленно ли ехали, окончился низкий северный лес, и приехали, в конце концов, стрельцы в Пустозерск, вместо тундряное, суденое и безлесное. Шумит городок, и старый млад тянется к площади перед острожком, толпится на льду Никольской речки. Не отрывая глаз от ворот, у которых расхаживают сторожевые стрельцы в малиновых кафтанах. Нынче службы нет ни в Спасской, ни в Обведенской, ни в Никольской церкви. И торговый ряд в посаде опустел, хотя такого многолюдия Пустозерск еще не видывал. Своих в нем 1500 православных и немцев живет. Да столько же съехалось из 20 деревень с берегов Печоры, с большой и малой тундры. Одних приманило торжественное зрелище, других, последователей казнимых, собрали, чтобы услышать последнее слово ставшего уже легендарным Аввакума. Только ли услышать слово? Страшновато было Лешукову и пустозерскому воеводе Адриану Тихоновичу Ханееву. Не раз они, запершись, все прикидывали, как им расставить стрельцов, чтобы у зрителей не появилось соблазна отбить осужденных. Стрельцов-то у них кот наплакал, гарнизонная сотня до 10 пришлых с Лешуковым. Но в таком наплыве народа капитану приходилось винить только себя. Не иначе сам он спьяну проболтался в низине, зачем спешит в Пустозерск. А уж потом, молвы, никакой силы остановить было нельзя. Воевода косился с опаской на стрелецкого капитана, царского телохранителя. Уж небось доброхоты воеводские донесли тому о грабежах и притеснениях, что чинили торговому и промышленному люду, служилое. Да Бога высоко, до царя далеко, думалось. А вот, пожаловал. Стрелец Америка Микитин вздумал недавно срамить товарищей, что тоже стараются урвать из виноватого, из правого. Так они его избили в караульном мало не до смерти. Стрельцы не скажут. Амельку упрятали, с глаз подали. Да купцов капитану дела нет. Как бы челобитную в толпе не сунули. Нужен глаз да глаз. Хмурый Лешуков встал с лавки. Кликни Соцкого. Воевода степенно поплыл к двери и велел стрельцу привести Соцкого, который появился тот час, будто за дверью ждал. Сруб готов? Спросил его Лешуков. Еще вчера сложили.
4 на 4 аршина, просокал Соцкий. А людишки что говорят? Всякое. Святого баб человека казнить хотят. Это про вакуумку. Чудо ждут. Чудо? Святой? Оборвал Соцкого Лешуков. Вот грамота. За великий на царский дом хулы казнят. По делам вору и мука. И скажи там на посаде, чтоб языки прикусили. За такие речи велено слово и дело кричать. Соцкий съежился и попятился к двери. Когда Лешуков с Ханеньевым вышли с воеводского подворья, осужденные уже стояли у тюремного тына в окружении стрельцов. После тьмы земляных ям они моргали на свету воспаленными слезящимися глазами. «Прощайтесь», — приказал Лешуков. Узники, готовясь к смертному часу, они раздали уже имущество, которое у них оставалось — книги. Нашлись для них и чистые рубахи. Но все равно смотреть на узников было тягостно. На обрубленные усохшие руки, на мычащие без языки рты. Один Авакум сохранил свой язык. Авакум подошел к Федору, перекрестил его, а потом уткнулся в плечо. «Прости, Федор, и я тебя разрешаю от грехов и прощаю все веки в будущее. Един Бог без греха, а человек немощен». Потом он обнял Лазаря. Заметив страх в глазах Лазаря, больше всех их в прошлом любившего и тешившего плоть свою, Авакум сказал: «Боишься огня? Дерзай, плюнь на него, не бойся». «До огня страха, а когда в него вошел, тогда и забыл все. Сей огонь плоть снедает, души же не коснется. В огне том здесь небольшое время потерпеть, ахи оком мгнуть, так душа и выступит. Сам же ты просился у государя идти на судьбу Божию в огонь. Говорил, аще сгорю, то правы новые книги, аще же не сгорю, то правы старые наши отеческие книги». И подошел к Епифанию. «Благослови, отче!» Он первый шагнул к выходу из острога. Заскрипел снег под сапогами стрельцов, суетливо бросившихся открывать ворота. А за воротами внизу было море голов, еще дальше купола церквей и крутые крыши изб. О чем думал Авакум в те считанные минуты, которые оставались ему до огненной муки и вечного покоя? О жене и детях своих, прозябающих в далекой ссылке, о друзьях своих, о врагах, о земном испытании своем. Может, мелькнуло у него светлое воспоминание о родном селе Григорове, где уже весна, солнце припекает. Скоро там зазеленеет все вокруг, как в ту весну, когда приглянулись они друг другу с сиротой Настасьей и справили свадьбу с благословением матери. Ему 17 было, а ей 14. При выходе из церкви сваха осыпала их семенами льна, другие дергали Настасью за рукав, делая вид, что хотят разлучить ее с молодым, а она тесно прижималась к нему. Все сели пировать. Их же отправили по обычаю проводить свою первую ночь в сенник, чтобы на потолке не было земли и спальня не была похожа на могилу. Настасьюшка сняла с него сапог, и как раз тот, в котором была спрятана монета, обещавшая ей счастье в замужестве. Они стали дурачиться, поднимая в сенники пыль столбом, возились, как щенки, а когда их губы встретились в поцелуе, вдруг затихли, испугались чего-то. «Увы, Настасьюшка, ластовица, заря, освещающая весь мир на поднебесной. Сколько доброго она ему сотворила! Жива ли еще? Скоро тронется лед на Волге, подступит вода к самым стенам Макарьевского монастыря, где он успевал живой воды и святых словес, книжного разума вместе с Никиткой Мининым, что патриархом Никоном учинился. Будь он проклят, носатый и брюхатый борзой кобель! От него начало всем бедам их в мире всем. Ну ничего, он уже простился с этой жизнью, описал ее русским природным языком в своих житии. И слова его теперь не остановишь. Идут они по России мученической, в души людские западая.
четверых осужденных вели в круг, образованный тяжело дышащей, молчаливой толпой, которой сдерживали стрельцы, вооруженные бердышами и пищалями. Авакума, Эпифания, Лазаря и Федора ввели в невысокий сруб без крыши, привязали по четырем углам, завалили середину хворостом, берестой, дровами и подожгли. Ветер подхватил пламя и взметнул его высоко, и вроде бы увидели люди в пламени руку поднятую и услышали последние Авакума слова: «Держитесь! Не отступайтесь и за отеческое предание умирайте! А отступитесь, городок погибнет, песком его занесет, а погибнет городок, тогда и свету конец!» Народ снял шапки. Свидетельства очевидцев этой казни затерялись где-то в истории. Забывчивы люди, да и не досуг им возвращаться в прошлое, откуда доносятся стоны и крики страдальцев. Люди уповают на будущее, не зная его, но надеясь на лучшее, сражаясь за царство справедливости. Мечта — это слово. Вначале было слово. Были иные мечты, иные представления о справедливости, иные слова. Но остается пример несгибаемости в борьбе за свои убеждения — и доносит его до нас великое слово с большой буквы. Федор Михайлович Достоевский прочитал «Житие» жадно, удивляясь способности Авакума вмещать громадные мысли в считанное число строк. В характере Авакума писатель увидел ту самую русскую черту, которой он пристально приглядывался в собственных романах. Если русский человек в ладу со своей совестью, он необорим. Вина же, душевный разлад, угрызение совести опустошают его, заставляют искать наказания и даже гибели. Языком жития Федор Михайлович мог восторгаться бесконечно. Как-то в своем дневнике писателя он высказал сомнение, что Пушкин и Авакум могут быть хорошо переведены на другие языки, и добавил при этом: «Нельзя не признать, что нашего-то языка дух бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ». Сергей Михайлович Соловьев радостно включил в подоспевший том своей истории России из древнейших времен множество страниц из жития. Иван Сергеевич Тургенев не расставался с книгой Авакума в своем затянувшемся до самой кончины пребывании за границей. В Париже зашел у него с писательницей Лукониной разговор о литературном стиле. «Я вспомнил житие протопопа Авакума. Вот книга», — сказал Иван Сергеевич. Он порылся в шкафу и достал первое издание «Жития» под редакцией Тихонравова. «Вот она, живая речь московская». Он прочел вслух несколько страниц. «Сравните с этим языком книжный язык того времени. Ну, хоть как пишет боярин Артамон Матвеев, ученый человек. Сухо, утомительно. У Авакума не то, он живой речью писал». Лев Николаевич Толстой часто читал житие своей семье, говорил, что произведение Авакума непременно должно быть в учебниках. В покое Ясной Поляны, в крахмальном уюте ее столовой, он тосковал по мученическому венцу. Мамин сибиряк вспомнил о слове о полку Игореве, прочитав житие. Он писал, что по языку нет равным этим двум гениальным произведениям. Первому уже отдана приличная дань уважения, а теперь очередь за вторым. Чернышевский ободрял в ссылке своих товарищей: «Вспомните протопопа Авакума. Человек был не кисель с размазнёй». Много было говорено об Авакуме, особенно Горьким. Язык, а также стиль писем протопопа Авакума и жития его остается непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца. И вообще, в старинной литературе нашей есть чему поучиться. Интерес к житию был таков, что начались поиски автографа этого произведения, но находили все в списке с него, а по спискам выяснили, что не один раз принимался описывать Авакум свою жизнь, а трижды.
Три варианта жития были опубликованы. Нашлись автографы некоторых писем мятежного протопопа. А вот автографа жития не было. Тот же Авакум, верзнул и помазанников Божиих благочестивейших в то время царей, самодержцев и государей своих бесчестным и сквернословным языком коснуся. Писал сын Артамона Матвеева, петровский дипломат Андрей Матвеев в «Истории о Советском бунте», что Авакум сожжен за великие на царский дом хулы. Оратор, публицист, писатель, увлекший за собой много тысяч простого народа, Авакум к тому же рисовал. Когда не было бумаги, он рисовал на бересте. Рисовал карикатуры на своих врагов, делал надписи к ним весьма и весьма непечатные. Он же сам, Авакум, окаянный изверг, в то же время вместо слезного покаяния о тяжких своих грехах, истинного обращения к Матери нашей Церкви святей и достодолжного своего придержащим царской и духовной властям повиновения и рабского покорения, сидя в вышеозначенном юдоле, земляные свои я тюрьмы, на берестяных картиях начертывал царские персоны и высокие духовные предводители с хульными надписаниями и толкованиями и благословными укоризнами весьма запретительными. Где уж тут рабское покорение? Всеобщая библиотека. Номер 23-23А. Ан Черевский. Патриарх Никон и его жизнь и деятельность. Биографический очерк с портретом и автографом Никона от руки. 25 сентября 2010 года. Санкт-Петербург. Типография «Герой», 7-я рота, дом 26. Фотография Никона. По рисунку Мейерберга. 103 страницы. Главнейшее пособие. Митрополит Макарий. История Русской Церкви. 12 тома, Санкт-Петербург. Н. Гибенет. Историческое исследование дела патриарха Никона. 1-2 том, Санкт-Петербург, 1882-1884 годы. В. Иконников. Новые материалы и труды о патриархе Никоне. Киевский университет. Несветские известия, 1888 год. Номер 6. Сергей Соловьев. История России. Тома 11 и 13 часть. Санкт-Петербург, 1861-1863 годы. Н. Костомаров. Русская история в жизни и описаниях. Выпуск 4. Санкт-Петербург, 1874 год. В. Ключевский. Курс русской истории. Часть 3. Москва, 1908 год. А. Быков. Патриарх Никон. Биографический очерк. Санкт-Петербург, 1902 год. Портрет патриарх Никон. По рисунку Майерберга. С посохом в правой руке. Щитки в левой. Как лестовка. Внизу крестик в ней. В лобуке, высокий ростом, худой, стоит патриарх. На обратной стороне листа трудно разбираемая подпись «Патриарх», автограф Никона. Никон, Божией милости, архиепископ царствующего града Москвы, сия великие и малые и белые России патриарх. Детство, священство и монашество Никона. Никон родился в простой крестьянской семье. Будущий всероссийский патриарх и великий государь был самого простого мужицкого звания. Родиной его было село Вельдиманово, близ Нижнего Новгорода. Местность эта, теперь Нижегородская губерния,
в начале 17 века в значительной степени была населена финским племенем мордвою, которая постепенно все более сливалась с русскими поселенцами. В мае 1605 года у молодого вельдемановского крестьянина Мины родился сын, которого при крещении назвали Никитою. Детство крестьянского мальчика обычно не обставляется ласковыми заботами, вниманием и нежностью старших. С малых лет ребенок предоставляется самому себе, привыкает к самостоятельности. Детство Никиты было исключительно сурово. Мать его умерла вскоре после его рождения, и маленький Никита рос сиротой, без материнской ласки. Очень рано пришлось Никите испытать обиды и людскую несправедливость. Отец его женился вторично на вдове, которая имела детей от первого мужа. Все внимание и заботы мачехи были обращены на родных детей. На долю пасынка выпадали постоянные упреки, брань, пинки и колотушки. По-видимому, она не прочь была совсем отделаться от ненавистного пасынка, который не по летам был самостоятелен и упорен, озлобляясь в суровой борьбе за существование. Однажды, когда голодный Никита хотел было забраться в погреб, чтобы раздобыть себе пищи, мачеха так ударила его в спину, что он упал в яму и едва не умер. Другой раз мачеха едва не задушила его дымом, затопив печку, куда плохо одетый мальчик забрался погреться. И только бабушка, прибежавшая на отчаянный крик внучка, спасла его. Благоприятный случай или, может быть, желание отца открыли для смышленого мальчика возможность выучиться грамоте. Книги увлекли Никиту. В его голове пробудился интерес к знанию, заговорили смутные влечения к иной жизни, более полной и осмысленной. Суровая домашняя обстановка не благоприятствовала новым мыслям и стремлениям Никиты. Она стала для него невыносимой. Образование в то время было исключительно религиозным и находилось в руках духовенства, сосредотачиваясь главным образом в монастырях. Монастырь был не только местом молитвы и благочестивых упражнений, но вместе и начальной школой, и гимназией, и университетом, и академией. Не в том смысле, что здесь было широко поставлено образование, а просто потому, что никаких иных школ и учебных заведений не было. С другой стороны, для простого человека закрыты были все выходы из черного положения. И только в церкви, независимо от происхождения и звания, открывался способным и достойным сравнительно свободный путь к высшим должностям и всеобщему уважению. Никита, когда ему было еще только 12 лет, решил оставить родительский дом и, взяв у отца немного денег, тайно ушел в Макарьевский Желтоводский монастырь. Монастырь этот пользовался большим уважением среди населения Нижегородского края, привлекая к себе многих ищущих научения и духовного утешения. Патриарх Никон, его жизнь и деятельность. Благоприятный случай или, может быть, желание отца открыли для смышленого мальчика возможность выучиться грамоте. Книги увлекли Никиту. В его голове пробудился интерес к знанию, заговорили смутные влечения к иной жизни, более полной и осмысленной. Суровая домашняя обстановка не благоприятствовала новым мыслям и стремлениям Никиты. Она стала для него невыносимой. Образование в то время было исключительно религиозным и находилось в руках духовенства, сосредотачиваясь главным образом в монастырях. Монастырь был не только местом молитвы и благочестивых упражнений, но вместе и начальной школой, и гимназией, и университетом, и академией. Не в том смысле, что здесь было широко поставлено образование, а просто потому, что никаких иных школ и учебных заведений не было. С другой стороны, для простого человека закрыты были все выходы из «черного» в кавычках положения. И только церкви, независимо от происхождения и звания,
открывался способным и достойным сравнительно свободный путь к высшим должностям и всеобщему уважению. Никита, когда ему было еще только 12 лет, решил оставить родительский дом и, взяв у отца немного денег, тайно ушел в Макарьевский Желтоводский монастырь. Монастырь этот пользовался большим уважением среди населения Нижегородского края, привлекая к себе многих ищущих научения и духовного утешения. Влияние его испытал на себе и знаменитый противник Никона в деле церковных исправлений, протопоп Авакум, равно как и некоторые другие выдающиеся земляки Никона, нижегородцы. Была особая прелесть и поэзия в долгих ночных богослужениях, при слабом свете светильников, в чтении божественных писаний и пении священных песнопений. «Ты кто?» — пишет Авакум к архиепископу Илариону. «Яковлевич, попенок, недостоин век твой весь Макарьевского монастыря единые нощи. Помнишь ли, как на камерах тех стаивано на молитве?» Монастырские службы производили неизгладимое впечатление на восприимчивую душу. Мальчик Никита с ревностью предался монашеским подвигам и книжному учению. Чтобы не проспать утренний, он ложился на ночь под благовестный колокол, а зимой в ближайшей колокольне келии. Для духовного поучения он часто ходил к священнику Анании, который был книжным человеком и хорошим пастырем. По-видимому, Никита уже и тогда останавливал на себе внимание и привлекал симпатии. Было что-то особенное в этом крестьянском мальчике, в его сосредоточенной любознательности и недетской настойчивости. Сохранился такой рассказ. Однажды, гуляя с монастырскими служками в лесу, Никита зашел к одному татарину, который слыл за колдуна, верно предсказывавшего будущее. «Какого ты роду?» — спросил гадатель, всматриваясь в лицо Никиты. «Я простолюдин», — отвечал Никита. «Ты поднимешься высоко, будешь либо царь, либо патриарх царствия российском», — неожиданно изрек старик-татарин смущенному монастырскому послушнику. Около 5 лет пробыл Никита в монастыре и уже стал свыкаться с монашеской жизнью. Но мирские интересы и родственные чувства не могли совсем замереть в юной душе. Они заговорили с особенной силой, когда один посетивший монастырь, земляк-крестьянин, принес Никите поклон и вести из родного дома. Злой мачехи уже не было в семье. Добрая бабушка была очень старой и дряхла, и отец, оказавшийся в хозяйстве без помощников, настойчиво звал сына домой. Никита возвратился в родной дом 17-летним юношей. Вскоре он похоронил бабушку, а потом и отца. И, сделавшись хозяином в крестьянском доме, по совету родственников женился на 19-м году. Но в душе Никиты были пробуждены иные стремления и интересы. Их удовлетворение он не мог найти в узких рамках хозяйственных хлопот и забот крестьянской жизни. Будучи грамотным и начитанным, он нашел себе причетническое место при одной сельской церкви, а вскоре поставлен был при ней священником, имея не более 20 лет от роду. Молодой, энергичный священник с любовью и усердием взялся за свои пастырские обязанности. Он не только истово, чинно совершал богослужение и отправлял требы, но еще был книжным и учительным пастырем, что по тому времени было большой редкостью, не только для сельской глуши, но и для больших городов. Широко пошла молва о выдающихся качествах сельского попа, отца Никиты Минина. Прослышали о нем московские купцы, познакомились и уговорили Никиту перейти в Москву. Всего священнического служения Никиты было около 10 лет, и, по-видимому, большая его часть была проведена в Москве. В большом городе среди разнообразных отношений трудно было жить простому и правдивому священнику, который не привык угождать людям.
Вероятно, Никита в Москве испытал уже от сильных и знатных долю тех обид и неприятностей, которые потом в таком изобилии обрушились на патриарха Никона. К тяготам пастырского служения присоединились семейные несчастья. В один год Никита лишился троих детей. Религиозный, впечатлительный, он принял это за указание свыше и решил удалиться от мира. Жену он уговорил постричься в Московском Алексеевском монастыре, дав за нее вклад. Сам же отправился на Белое море, чтобы в строгих обителях сурового севера посвятить себя иноческой жизни. Никите было в это время около 30 лет. Местом своих подвигов он выбрал строгий Анзерский скит в 20 верстах от Соловецкого монастыря. Начальным старцем над малочисленными братьями, не более 12 человек, здесь был инок Илиазар, известный даже в Москве как строгий подвижник и сильный молитвенник. От руки этого старца Никита и принял пострижение с именем Никона. Жизнь в Анзерском скиту была суровая, порядок ее определялся строгим уставом скитского жития. Монахи жили в отдельных избах, разбросанных по острову в значительном расстоянии одна от другой. Каждый в одиночестве совершал ежедневно келейное правило, вычитывая службы, каноны и акафисты. Только по субботам и накануне праздников вся братья собиралась в церковь, здесь проводили ночь в общей молитве, выслушивая чтение псалтири и житий святых. Утром совершалась литургия, и потом иноки опять уходили на одинокое пребывание до следующего праздника. Исполняя все предписания устава, Никон еще наложил на себя добровольное послушание. Ежедневно он прочитывал всю псалтирь и клал по 1000 земных поклонов. В одиночном келейном пребывании было довольно времени для чтения святоотеческих творений. Этим Никита развивал и обогащал свой ум. Уединенные религиозные размышления располагали к созерцаниям и иногда разрешались видениями. Было много приятного в этом спокойном, ненарушимом уединении, ночных молитвах и чистых думах. Потом Никон с большой любовью вспоминал о своей жизни в Анзерском скиту. Но сложная натура Никона с богатым запасом силы и энергии не могла найти полного удовлетворения только в молитвенных созерцаниях и уединенном подвижничестве. В ней было сильное тяготение к живой, широкой, практической деятельности. Случай скоро вывел Никона из его пустынного уединения. Старец Илиазар отправился в Москву для сбора милостыни на построение церкви. Он взял с собой Никона как умного и опытного, по знакомству с Москвой помощника. В Москве анзерских монахов приняли хорошо и наделили щедро. Они представлялись царю Михаилу Федоровичу, который был большим почитателем Илиазара, приписывая его молитвам рождения своего сына Алексея, потом царя. До 500 рублей, больше 8 тысяч за наши деньги, принесли иноки в свой скит. Но собранные деньги дали повод к размолвке между Никоном и Илиазаром. Илиазар положил деньги в монастырскую казну и не приступал к постройке храма. Никон напоминал о необходимости приступить к постройке или отдать деньги на хранение в Соловецкий монастырь. Игумену пришлись очень не по душе непрошенные советы и указания слишком самостоятельного монаха. Он обвинял Никона во вмешательстве не в свои дела, а когда Никон продолжал настаивать, Илиазар разгневался на строптивого, нарушившего обет монашеского послушания. Трудно сказать, кто был прав в происшедшей ссоре. Одно несомненно, равновесие в настроении Никона было нарушено, и он никак не мог примирить в душе, с одной стороны, требование правды, с другой — монашеский обет безусловного послушания настоятелю во всяком словеси,
так что по иноческим правилам оказывалось лучше Богу согрешить, нежели своему игумену. Не без сожаления решил Никон оставить анзерское безмолвие, где прожил свыше 4 лет. Он воспользовался услугами одного богомольца-крестьянина, и вдвоем на небольшой лодке они отправились в далекое и опасное плавание, держа путь к самому отдаленному берегу при устье реки Онеги. Пережив страшную бурю, смелые путешественники через 3 дня трудного плавания достигли берега острова Кия, а потом доплыли до твердой земли у Онежского устья, где и расстались. Никон отправился пешком за 120 верст в Кожеозерский монастырь, расположенный на островах озера Коже, в нынешнем Каргопольском уезде Оланецкой губернии. Но, не имея ни денег, ни запасов, он по дороге питался милостыней. В обители вместо вклада он отдал свои последние 2 богослужебные книги. Кожеозерский монастырь был общежительный, но Никон уже привык к уединенной скитской жизни, которая более соответствовала его характеру. Он удалился на заброшенный остров и устроил свою жизнь по образцу анзерского скита, предаваясь тем же подвигам и добывая пропитание рыбной ловлей. Монастырское братье с уважением относилось к отшельнику. По смерти настоятеля Никона выбрали игуменом. Теперь уже навсегда он должен был оставить безмолвное житие. В 1643 году митрополит новгородский Афоний посвятил Никона в игумены Кожеозерского монастыря. Новый настоятель поднял жизнь в монастыре, сам подавая пример строгого подвижничества. В 1646 году Никон по монастырским делам отправился в Москву. Пребывание в Москве произвело решительную перемену в судьбе Никона. До этого времени скромный отшельник и настоятель далекой обители. Он теперь становится в центре церковной и гражданской жизни. Возвышение Никона. 2 обстоятельства вызвали в судьбе Никона и определили характер его дальнейшей жизни и деятельности. Это сближение с царем, возвысившего его до патриаршества, и связи и сношения Никона с наиболее видными представителями духовенства, московского и приезжего, греки и киевляне. Было что-то особенное и исключительное в дружбе между Никоном и царем Алексеем Михайловичем. Это не была дружба в обычном смысле слова. Здесь было не столько любовь и дружеское расположение, сколько восторженное, чуть неблагоговейное, особенно в начале, преклонение чувствительного и религиозного, но нерешительного по характеру юноши-царя перед нравственной силой и величием выдающегося церковного иерарха. Ум отнял Никону милого у нынешнего царя, как близ его был, пишет протопоп Аввакум в своем выразительном языке о взаимных отношениях Никона и Алексея Михайловича. Царь Алексей вступил на престол в 1645 году совсем юношей, ему было только 16 лет от роду. Добротой и приветливостью веяло от его чисто русской наружности, широкой, статной фигуры с румяным лицом и ласковыми голубыми глазами. Поклонник тишины и мира, он больше всего хотел, чтобы на душе у него было безмятежно и хорошо, и вокруг все было светло, чисто и спокойно, радостно. Он стремился рассуждать людей в правду, беспомощным помогать, рассылал кормы несчастным и за своей царской трапезой во дворце кормил нищих. От современников он получил титул тишайшего, хотя иногда был вспыльчив и невоздержан, не скупясь на отборные русские ругательства или разделываясь собственноручными пинками и колотушками. Царь был горяч и вспыльчив, но он хотел всем добра и не помнил зла. Алексей Михайлович был проникнут глубокой религиозностью. Перед Богом он с полным смирением склонял свой царский сан и исповедовал свое ничтожество. Он считал себя недостойным и в опсы, не только в цари,
и говаривал: «Желал бы я быть не солнцем великим, но хотя бы малой звездой там, то есть на небе, а не здесь». С великим вниманием наблюдал он и исполнял все многочисленные предписания и обряды строго размеренного, чинного, древнерусского благочестия. Самым усердным церковником царь Алексей мог поспорить в искусстве молиться и поститься. Каждый день он посещал церковь и великим грехом считал пропустить обедню. Был большой знаток церковных уставов, с усердием и увлечением участвовал в церковных церемониях и обрядах. Иногда, недовольный дьячком, он сам становился на его место, читал и пел на клиросе. В праздники и посты царь выстаивал в церкви по 5-6 часов кряду, клал по 1000 поклонов. Строго наблюдая посты, он в некоторые дни ничего не ел, в другие дозволял себе только сухоедение, хлеб, овощи без масла. При такой настроенности юный царь очень почитал чин церковный, особенно уважение питал к подвижникам и достойным церковным иерархам. С другой стороны, будучи от природы нежной, чувствительной души, царь Алексей не мог жить без привязанности и дружбы. При пассивном характере царя обыкновенно выходило так, что в дружбе он уступал первое место другому, подчинялся чужим влияниям и руководству. Имела здесь значение и та черта характера Алексея Михайловича, что он совсем не любил черной, ответственной и трудной работы, управления и суда. Вполне хорошо он чувствовал себя только в тесном, уютном домашнем кругу, за спокойными занятиями и приятными удовольствиями. Дела управления и суда царь Алексей охотно предоставлял своим любимцам и приближенным. Любил участвовать только в царских выходах и придворных церемониях, где находил удовлетворение своему чувству красоты и порядка. При таком характере царя понятной становится его сабинная, особенная, дружба и преданность Никону. Предвосторженно настроенным, склонным к идеализации юношей царем явился кожеозерский игумен Никон, как великий подвижник, постриженник, очень почитаемого при дворе Елеазара Анзерского. В лице Никона религиозный молодой царь принял как бы пророка, посланника из того идеально совершенного духовного мира, куда он любил уноситься своей поэтической душой от мирской суеты и дрязг. С другой стороны, непоколебимая убежденность Никона, его резко определенные и проницательные суждения, непреклонность воли и энергия в деятельности давали надежное руководство и опору, в которых так нуждался юный царь, ставший лицом к лицу пред труднейшими вопросами церковной и гражданской жизни. При первом же свидании с Алексеем Михайловичем, когда кожеозерский игумен Никон по приезде в Москву представлялся царю, он произвел на царя очень сильное и отрадное впечатление. Алексей Михайлович сразу отличил Никона и удостоил его особым вниманием. С тех пор возвышение Никона пошло быстро. В том же 1646 году, по желанию царя, он был поставлен в архимандриты Новоспасского Московского монастыря, в котором была родовая усыпальница Романовых. Это был придворный царский монастырь, независимый от духовной власти. Новоспасский архимандрит становился в особую близость к царю, который часто приезжал в обитель на богомолье. Недовольствуясь этими все же случайными встречами с излюбленным архимандритом, Алексей Михайлович приказал Никону ездить каждую пятницу к заутренне в придворную церковь. Речи подвижника архимандрита производили неизгладимое впечатление на восприимчивую душу молодого государя. Никон пользовался своим положением, чтобы печаловать за угнетенных и обиженных. Это было как нельзя более по душе сострадательному юношу царю, и он все больше привязывался к своему наставнику и богомольцу. Алексей Михайлович дал Никону поручение принимать челобитные от всех нуждающихся в царской милости и управе. Тут же в церкви, после утренни,
Царь разбирал с Никоном эти челобитные и давал решения. Недостатка в просителях, прекорыстолюбии, злоупотреблениях властей не было. Толпы обиженных приходили к Никону в монастырь, часто ожидали его по дороге к царю. Имя новоспасского архимандрита стало известно в Москве как доброго защитника и сильного ходатая за бедных. Никон стал большим человеком. Скоро и на ступенях иерархической лестницы он занял второе место после патриарха. В январе 1649 года по дряхлости и слабости оставил кафедру новгородский митрополит Афоний. По желанию государя 11 марта того же года Никон был посвящен в митрополита новгородского. Любимец царя, новопоставленный новгородский митрополит занял особое, исключительное положение. В некоторых отношениях он возвышен был не только над всеми архиереями, но и пред самим патриархом. Помимо своих иерархических прав и преимуществ, он наделен был особыми правами и привилегиями. Никон получил от царя несудимую грамоту, по которой все духовенство и церковные люди, например, монастырские крестьяне, были изъяты из ведения светского суда, монастырского приказа, и подлежали суду новгородского митрополита. Вопреки уложению 1649 года, новгородским дьякам строго запрещено было вмешиваться в дела митрополита, и за вмешательство по жалобе Никона они получали от царя выговоры. Кроме церковных дел, Алексей Михайлович поручил своему сабинному другу надзор и за мирскими делами, управлением и судом. Никон должен был сообщать обо всем непосредственно государю и давать свои заключения и советы. При таком положении Никон мог развивать широкую и разностороннюю деятельность. Характер и направление этой деятельности находились в связи и зависимости от некоторых течений, преимущественно в церковной жизни того времени. Новые веяния, ясно обозначившиеся в половине 17 века в русской жизни, коснулись и церкви. И здесь самодовольный покой и гордая самоуверенность поколебались. Лучшие люди замечали резко бросавшиеся в глаза недостатки и неустройства церковной жизни и стремились к их исправлению. Пробуждалось недовольство, начинали критически относиться к наличной действительности. В обстановке, доселе спокойной, возникало движение. Важно было то, что здесь уже выступали не отдельные лица, а целые группы, кружки единомышленников. Самым видным и влиятельным из таких кружков в Москве был в то время кружок, группировавшийся вокруг царского духовника протопопа Благовещенского собора Стефана Ванифатьева и его друга Ивана Неронова, протопопа Казанского собора. Эти лица появляются в Москве в 1645-46 годах, с самого начала царствования Алексея Михайловича. Протопоп Стефан был человеком выдающимся, и он скоро приобрел большое влияние на молодого государя. Встретив в нем поддержку и сочувствие, царский духовник со своими единомышленниками задавался мыслью о широкой и серьезной церковной реформе, об исправлении нравов духовенства и мирян, об устранении церковных и богослужебных непорядков, о возобновлении церковной проповеди и так далее. Как в начальной стадии всякого движения, здесь много было неясного, неопределенного. Смешивались различные стремления, соединялись как друзья лица, которые потом разошлись до непримиримой вражды. Общее, что объединяло всех членов кружка, была ревность о вере. Вера поднималась преимущественно в духе благочестивой древнерусской старины, как совокупность переданных отцами правил и обрядов, определявших не только церковную, но вместе и мирскую жизнь. Мелькала мысль о недостаточности одного только внешнего, обрядового благочестия, а о необходимости внутреннего, религиозно-нравственного обновления всей жизни. Смутно чувствовалось, что недостаточно одних только крестов и поклонов, ночных бдений и постов. Наряду с блеском храмов нужна нравственная чистота жизни,
Христианская любовь и справедливость должны проникать в взаимные отношения людей. К сожалению, эта жизненная, религиозно-нравственная задача не выдвинулась на первый план, не заняла подобающего ей места. Она как-то затемнялась и стушевывалась на фоне традиционного обрядового благочестия, на поддержание которого направлены были главные усилия ревнителей о вере. Ревнители не полагали различия между главным и второстепенным в вере. Одинаково, с огнепальной ревностью обличали они безобразные нравственные поступки, нарушение основных требований религии и мелочные отступления от буквы обряда или даже простые новые житейские обычаи. Протопоп Аввакум, например, одинаково страстно восставал и против начальников, творивших обиды и неправды, и против всякого бритого лица, в котором он находил блудодейственный образ. Или Иван Неронов разжигался духом против жестокости и мздоимства властей, против пьянства и бесчинства иереев, и одинаково против невинных народных игр и развлечений, которые он клеймит как бесовские игралища и подобие демонские. Главные симпатии кружка ревнителей лежали на стороне святой старины, понимаемой в узконациональном смысле. Все зло, все колебания и неустройства жизни идут от разного рода новшеств. Надо твердо стоять на основах святой старины, неуклонно держаться древнерусского благочестия. Только в старой вере в спасение здесь разрешение всех вопросов. Житейское, мирское допускается только постольку, поскольку оно освящено религией, вошло в общий установленный религиозно-церковный уклад жизни. Поэтому, наряду с церковными порядками и обычаями, также свято и нерушимо надо хранить все вообще древние русские порядки и обычаи, и бороды, и бани, и длинные одежды, и спанье после обеда. В то же время надо всячески оберегать себя от новшеств всякого рода, одинаково церковных и мирских. Предполагалось, что вся истина, и правая вера, и святая жизнь сохранились только у русского народа. Другие народы потеряли веру, и добрых нравов у них нет. Так ревность по вере обращалась в ревностное оберегание родной старины вообще. Из ревнителей веры вышли самые непримиримые ревнители старины, староверы, готовые умереть за единый аз старой книги и за самую незначительную мелочь церковного обряда или даже просто старого обычая. При таком направлении деятельность кружка Стефанова Нефатьева была по преимуществу консервативная, охранительная. Однако в некоторых случаях ревнители о вере выступали и как реформаторы. Все же при общем невежестве и косности это были передовые люди, более начитанные и более думавшие. Выгодно отличало их от рядовой массы духовенства их искренняя религиозность и самоотверженная преданность церковным интересам. Между тем, в наличной церковной действительности были такие стороны, которые не могли не возбуждать протеста со стороны всякого заинтересованного человека. В богослужебной практике утвердился безобразный обычай многогласия. Боясь опустить что-либо в церковной службе и в то же время тяготясь ее продолжительностью, начали совершать богослужение торопливо в 2-3, даже в 6 голосов сразу. В церкви получался безобразный шум. Ничего нельзя было понять. Когда одновременно дьячок читал на клиросе, клирики пели, диакон произносил иктении, и священник делал возгласы. Протесты против многогласия шли давно, но безуспешно. Теперь за единогласие выступили ревнители благочестия во главе со Стефаном Ванифатьевым. Но борьба с многогласием была не из легких. По тому времени это было вопросом большой важности. За многогласие стояли многие, в том числе бояре и знать, так как при многогласии они могли без особого труда, скоро и со спокойной совестью, хотя и бессмысленно, исполнять свои религиозные обязанности. Патриарх Иосиф, из угождения боярам или просто по косности и боязливой неподвижности, также стоял за укоренившийся безобразный обычай.
Только благодаря поддержке царя и после получения благоприятного ответа от Константинопольского патриарха, которому нашли нужным специально обратиться с вопросом о такого рода «великих потребах», в кавычках. На соборе 1651 года в Москве постановлено было, чтобы пели и читали в церквах чинно, безмятежно и единогласно. Соборное постановление встречено было многими с нескрываемым неудовольствием. По адресу московских протопопов раздавались обвинения в ханжестве и даже в ереси. Ересь новую усматривали в том, что протопопы ввели единогласное пение и начали учить людей церкви, завели церковную проповедь. Вслед за проповедью широко практиковалось более наглядное традиционное средство для поддержания благочестия – внешняя принудительная дисциплина – плетки, цепи и заключения. Например, протопоп Аввакум, поучавший своих духовных детей, замечает: «Если просят прощения, ино Бог простит, а который дурует, того на цепь, добро пожаловать, не раздувай уса, то бы у меня». Таким же традиционным характером является благотворительная деятельность. Преобразовательные стремления большинства ревнителей веры не выходили из рамок частичных, отдельных улучшений благочиния и проповедей, частных добродетелей и подвигов монашеского благочестия. Выше других в этом отношении стоял глава кружка, царский духовник Стефан Ванифатьев. По-видимому, он задумывался о более широкой реформе, самых основах церковной жизни. На этой почве произошло у него столкновение с высшей церковной властью в лице патриарха и священного собора, вроде нашего синода. Обычно сдержанный, кроткий, сердечный, уважаемый ради его слез и рыданий и негордого учения, протопоп Стефан в 1648 году выступил с открытым и резким протестом против церковных властей, патриарха и архиереев, обвиняя их в бездеятельности и расстройстве церковной жизни, называя их волками и губителями. Оскорбление церковных властей по тому времени было страшным преступлением, за которое по закону полагалась смертная казнь. Патриарх Иосиф, жалуясь царю на обидчика, требовал смертной казни царского духовника. Обвинение, что нет церкви в России, патриарх опровергал, указывая государю: «А в твоем государстве Успенская церковь, то есть Московский Успенский собор, есть мать всех церквей, в ней государи на царство венчаются и патриархи поставляются». Жалоба патриарха не имела результата, и обидчик остался безнаказанным. За протопопом Стефаном стояла надежная защита в лице самого царя и его сабинного друга Никона. Никон, с 1646 года ставший близким другом царю и часто бывавший во дворце, уже тем самым близко сталкивался с придворным кружком, во главе которого стоял царский духовник. Но не внешние только отношения связывали Никона с кружком ревнителей о вере, а еще более отношения внутренние. Никон вполне разделял стремление членов кружка к возвышению веры, церковному благочестию и укреплению добрых нравов. Все это было близко его душе, по его прежней подвижнической жизни и монастырской деятельности. Стены монастыря теперь раздвинулись, Никон стал в центре церковной жизни, и для него открывалось широкое поле деятельности во имя правой веры и строгого благочестия. Никон принимал самое живое и деятельное участие в разрушении всех, разрешении всех вопросов, волновавших лучших людей того времени. Часто приезжал он на дом к протопопу Стефану Ванифатьеву и о всяком деле советовал. В тесном кругу при участии царя здесь намечались разные мероприятия для улучшения церковных порядков и жизни, избирались кандидаты на церковные должности и так далее. Никон стал своим человеком, другом в кругу ревнителей веры. Вместе со Стефаном Ванифатьевым и другими он принимал участие в борьбе за единогласие, в печатании книг и так далее.
На митрополии в Новгороде Никон развивает самостоятельную, широкую и энергичную деятельность в духе кружка ревнителей. Так еще до окончательного решения дела патриархом и собором он своей властью строго запретил во всех новгородских церквах многогласие. Вместо обычного тогда пения, раздельно речного, причем безобразно коверкались слова, он ввел пение наречное, более понятное, близкое к разговорной речи. По словам его биографа Шушерина, Никон повелел в своей соборной церкви греческое и киевское пение пети, и на славу, прибрав клиросы предивными певчими и гласы преизбранными, устроил пение одушевленное паче органа бездушного, и такового пения, якоже у митрополита Никона, ни у кого не было. Царь, услышав певчих новгородского владыки, когда тот приехал в Москву, пожелал иметь такое же пение в своей дворцовой церкви. Начали подражать новгородскому митрополиту и в других церквах. Никон заботился также о церковном учительстве, часто говорил собственные проповеди. Кроме того, развивает он широкую благотворительную деятельность. Для убогих и сирот Никон устроил в Новгороде 4 богадельни. Особенно усилилась благотворительная деятельность новгородского митрополита по случаю голода, когда толпы голодных наполнили город, ища пропитание. Никон открыл на своем дворе особую палату, так называемую «погребную», и здесь ежедневно питалось несколько сот приходящих бедняков. Кроме того, по приказанию митрополита, блаженный Василий Вавило, ходивший круглый год босой, раздавал каждое утро на владычном дворе нищим по куску хлеба, а по праздникам – деньги. Никон посещал также тюрьмы, выслушивал заключенных, принимал от них жалобы. Имея полномочия от царя и пользуясь его доверием, он следил за гражданскими делами, обличая несправедливости и корыстолюбие властей. Особенно Никон заявил себя во время бунта в Новгороде в 1650 году. Тут проявилась его настойчивость и огромная сила воли вместе с благоразумием и справедливостью. Ближайшим поводом к бунту в Новгороде послужило вздорожание хлеба, когда царские чиновники стали покупать хлеб для отправки за границу по договору с датчанами. Воевода князь Хилков не имел достаточной силы, чтобы справиться с бунтовщиками, и укрылся от ярости толпы в палатах митрополита. Никон хотел подействовать на восставших силой своего духовного авторитета, и 17 марта, в день царского ангела, изрек проклятие на всех непокорных. Но это не успокоило восставших, которые выбрали свое правительство. Гнев народа обрушился на самого митрополита, когда он вышел увещевать толпу, требовавшую и скрывавшегося воеводу. Никона сильно избили, и он должен был слечь в постель. «Ныне, — писал он царю, — лежу в конце живота, харкаю кровью, и живот весь распух, чаю скорой смерти, маслом соборовался». Превозмогая болезнь, Никон ходил на другую сторону Волхова, служил литургию и опять говорил к народу. Забывая личную обиду, он писал царю, советуя ему дать восставшим царское прощение. Никон понимал тяжесть положения черного люда и справедливость многих его требований. Воевода был смещен, и мятеж потушен без пролития крови. Даже для зачинщиков не последовало столь обычных тогда казней. Казнен был только посадский волк, избивший датского посланника. Деятельность Никона в Новгороде еще больше привлекла к нему сердце царя-друга. Царь часто писал ему письма, величая Никона великим солнцем сияющим, избранным крепкостоятельным пастырем, наставником души телес, возлюбленником своим и содружебником. По желанию царя Никон приезжал в Москву и здесь жил подолгу, принимая ближайшее участие в решении общецерковных и гражданских дел. Мысль Никона шла дальше частичных поправок и улучшений. В нем пробуждалось и росло сознание необходимости общей коренной церковной реформы.
русская церковь, как и государство, стояла в то время перед вопросом громадной важности. Продолжать ли жить замкнуто и обособленно только своим православно-русским умом и преданиями родной старины, или же, сознав свое невежество и бессилие, открыто признать, что не все не русское, а одно только басурманство и поганство, что и у иноземцев есть доброе и хорошее, что не одних только русских любит Христос, и вся правда и истина не совпадает с границами пресветлого Московского царства. Практически для церковных людей прежде всего стоял вопрос о православии греков и западнорусских. Сохранили ли они во всем правоверие, и можно ли принимать их советы и указания, признавать их авторитет в церковных делах? Еще более определенно вопрос сводился на богослужебно-обрядовую почву. Признавать ли греческие богослужебные книги, чины и обряды вполне православными, и по ним исправлять наши русские книги и обряды? Вопрос был очень трудный для благоприятного решения в пользу греков в виде господствовавшего тогда убеждения о нашем исключительном русском православии и общем омрачении и еретичестве иноземцев. Русские, вообще враждебно относясь к иноземцам, как к безбожным басурманам и поганым еретикам, с течением времени отвергли и авторитет своих учителей греков, от которых получили самую веру. Со времени Флорентийской унии 1439 года и падения Константинополя 1453 год на Руси растет убеждение, что правоверие у греков стало пестро, наклонилось к латинству и спроказилось Махметовою прелестью. С падением чужих авторитетов возрастало национальное самомнение и самовозвеличение. «Вся благочестивые царствия завоеваны безбожием, только русийская земля Божией милостью растет и младеет и возвышается». Всюду благочестие померкло, только в русской земле оно паче просияло. Так на Руси создавалось и крепло убеждение, что русская церковь одна паче солнца сияет во всем мире. Только она одна на всей земле является носительницей правой веры и благочестия. Такими взглядами освещался полный застой, каменная неподвижность жизни. Истина полная и совершеннейшая, дана готовой, надо только всячески охранять ее, ревностно оберегать от всего нового чужого. «Держу до смерти», — заявляет протопоп Авакум, — «я же приях, не прилагаю предел вечных, до нас положено, лежи оно так во веки веков». «Разум Христов себе имом», — писали московские книжники, и не хотели знать никакой человеческой науки и философии, подозрительно относясь к собственному разуму. Чужеземная наука казалась опасной прелестью, ее считали вредной, греховной, называли богомерзкой, производили от Антихриста. «Богомерзостен пред Богом всяк, любя и геометрию». «Кто по латыни научился, тот справа пути совратился», — рассуждали в Москве. Подозрительно относились и к грекам, заявляя, «в греческой грамоте и еретичество есть». Считая себя лучшими, совершеннейшими христианами, на Москве думали, что не русским надо учиться у западных иноземцев и греков, а наоборот, тем у русских. При такой национальной гордости и самодовольстве только выдающиеся по уму и силе воли личности могли отказаться от вековых народных предрассудков. Вначале Никон, по-видимому, разделял предубеждения ревнителей старины против греков и киевлян. Вместе с московскими протопопами он держался тогда взгляда, что гречане и малые России потеряли веру, нет у них благочестия немало. Но Никон был не из тех людей, которые довольствуются старыми путями, идут протаренной дорогой. Ему, очевидно, были недостатки самодовольного московского правоверия, невежество духовенства, неисправность книг, беспорядочность в чинах и обрядах. У греков и киевлян не было такого постоянства и крепости в постах и поклонах, чем так гордились в Москве.
Но у них было очевидное преимущество перед русским невежеством в образовании. Они более сознательно и осмысленно относились к своей вере, знали, чему они верили, и могли дать ответ, почему они так верят. Никон, недовольный вместе с ревнителями о вере наличной церковной действительностью, идет дальше в поисках истины, не замыкаясь в узкие рамки национальной обособленности и самодовольства. Он смутно чувствовал, что истина заключается не в одной русской церкви, а только в церкви вселенской. Он начинает внимательно прислушиваться к суждениям приезжих греков и киевлян, читает киевские книги. Внешние обстоятельства способствовали расширению и развитию взглядов Никона. В 1648 году была напечатана в Москве, составленная в Киеве, книга о вере, в которой довольно подробно доказывалось, что греческая церковь не только ни в часом не погрешила, но что для русского человека в науке духовной константинопольского патриарха есть польза и приобретение велия и спасительное, и вечное. Эта книга была издана старанием Стефанова Нефатьева и, может быть, при участии самого Никона. В начале 1649 года прибыл в Москву иерусалимский патриарх Паисий. Он относился критически к зазираниям, с зазиранием к нашим церковным порядкам и открыто осуждал некоторые обычаи, например, двуперстие. В Никоне он нашел внимательного слушателя и постоянного собеседника. Дней через 5-6 по своем отбытии в Москву Паисий обратился с просьбой, чтобы Никону дозволено было приходить к нему беседовать по досугу, замечая о царском любимце. «Полюбилась мне беседа его, он есть муж благоговейный, досужий, приятный, серьезный, назидательный». Зазирания Паисия произвели сильное впечатление на Никона и укрепили его в мысли о необходимости церковной реформы при помощи образованных греков и киевлян. Не без совета Никона состоялся в это время вызов киевских ученых в Москву. Самый выдающийся из них и образованный Епифаний Славенецкий близко сошелся с Никоном и окончательно склонил его, как и некоторых других, Стефанова Нефатьева, боярина Ртищева и других, в пользу греков. Так Никон постепенно отрешался от национальной исключительности, самодовольной косности и неподвижности. Никона в это время занимал также другой весьма важный вопрос церковной жизни – об отношении светской власти и духовной, церкви и государства, царя и церковной иерархии. Он никак не мог помириться с тем, чтобы служители Христа, церковные иерархи, находились в подчинении и полной зависимости от светской, хотя бы царской власти. Положение новгородского митрополита в этом отношении было особенное. По особой царской грамоте Никон был вполне независим в управлении и суде. Но царская милость и любовь была ненадежная и случайная опора, и Никон старается подыскать более твердые принципиальные основания для мысли, если не о превосходстве церковной власти над светской, то о их равенстве. В целях возвышения церковного авторитета Никон в 1652 году внушил царю мысль перенести в Московский Успенский собор мощи трех святителей, много пострадавших от светской власти, митрополита Филиппа и патриархов Иова и Гермогена. За мощами Филиппа в Соловецкий монастырь отправился митрополит Никон с большой свитой из духовных и бояр. Он вез царскую грамоту, в которой царь земной молил небесного жителя и вышеестественного ангела разрешить согрешение прадеда, царя и великого князя Иоанна, совершенное нерассудно, завистью и несдержанную яростью. Святитель Филипп, как известно, за обличение жестокости царя был низвергнут грозным с митрополичьей кафедры и потом был задушен царским любимцем Малютой. Теперь царь Алексей молит о прощении своего прадеда, обращаясь к святителю, преклоняя пред тобою сан мой царский, повергая на умоление тебя всю мою власть.
самодержавный царь склоняет весь блеск своего сана и всю свою власть пред нравственной силой и величием святителя. Это было именно то, что лелеял Никон в своих мечтах и стремлениях. И надо думать, он с радостью и торжеством читал смиренные царские моления пред гробом святителя-мученика. Во время отсутствия Никона скончался в Москве патриарх Иосиф. 15 апреля, в четверг на Страстной неделе, царь в пространном письме извещал своего друга и равноапостольного богомольца о всех обстоятельствах болезни и смерти великого святителя. Алексей Михайлович оказывал покойному патриарху все знаки внешнего уважения и почитания, кланялся ему в землю, целовал его ногу. При погребении патриарха, пишет царь, все мы надседались плачущи. Касаясь опасений умершего патриарха, который жаловался при жизни, что его хотят лишить кафедры, царь горячо убеждает Никона: «А у меня и отца моего духовного ей ни на уме того не было, и помыслить страшно такое дело. Прости, владыка святый, хотя бы еретичество держался патриарх, и тут мне, как одному, отставить его без вашего собору». Царь намекает в письме к Никону, что преемник Иосифа уже намечен. «Ожидаем тебя, великого святителя, к выбору. Того мужа три человека знает, я да казанский митрополит, да мой духовный отец», сказывает святой муж. Никон получил царское письмо уже на возвратном пути из Соловецкой обители, и он мог догадываться, что этот святой муж, предназначенный царем к патриаршеству, никто иной, как он сам. Никон прибыл в Москву с мощами Филиппа только 9 июля. Почти 3 месяца после смерти Иосифа ждали на Москве новгородского митрополита и царского любимца, не приступая к выбору патриарха. Никон – патриарх и великий государь. Кроме Никона были и другие кандидаты на патриаршество. Кружок ревнителей о вере хлопотал, чтобы быть патриархом царскому духовнику. Но Стефан Ванифатий, зная о желании государя, не захотел выдвигать своей кандидатуры и указал на Никона. Никон в это время еще не порывал связи с кружком ревнителей, был их другом. Еще не обнаруживались во всей силе его непреклонная воля и деспотический характер. По словам протопопа Вакума, по приезде в Соловок Никон был с нами яко лис, челом да здорово. Он производил даже впечатление кроткого и милостивого, был плакать гораст. «Как-то при духовнике том Стефане вздыхает, как-то плачет», — пишет Авакум. «В окно из палаты нищим деньги бросает, едучи по пути нищим золотые мечет, а мир слепой хвалит, государь такой-сякой миленький, не бывал такой от века». По своей пламенной ревности о вере и благочестии Никон был близок к ревнителям. Но уже чувствовалось, что у него есть свои мысли, свои цели, свои стремления, которые он пока таит в душе, но от них не отступится. И ревнители с недоверием и опасениями присматривались к своему другу. Духовенство видело, какого грозного хозяина владыку получает оно в лице Никона. Непреклонный ревнитель веры и правой жизни, он будет неизменно требователен и взыскателен к служителям церкви, невзирая на лица и не считаясь с обстоятельствами. Еще больше недовольства и опасений по отношению к царскому любимцу питали бояре. Уже одно возвышение Никона, занявшего исключительное положение при царе, было неприятно для бояр и придворных, чувствовавших себя так спокойно и свободно при добродушном и мягком Алексее Михайловиче. Суровый и требовательный архиерей из мужиков властно и открыто вмешивался во все дела, где видел уклонение от веры и правой жизни, не делая исключения для знатных, не допуская уступок и компромиссов. «Царь выдал нас митрополиту», — говорили бояре, — «никогда нам такого бесчестия не было».
князь Хованский, ездивший в Соловки в свите Никона, жаловался, что ему и боярам житья не было от сурового владыки. По случаю поста он морил их голодом, заставлял по целым часам, как монахов, стоять на молитве, что они совсем пропали от Никоновой строгости, и им легче быть в Сибири, чем с новгородским митрополитом. Однако раболепство при царем было таково, что при всем нежелании духовный собор избрал 22 июля 1652 года на всероссийский патриарший престол митрополита новгородского Никона, и бояре вместе с духовенством и царем умоляли его быть для них духовным отцом и патриархом. Никон долго отказывался, ссылаясь на трудность служения и свое недостоинство. Едва не силой привели его в церковь, где царь, духовенство, бояре и народ на коленях со слезами молили его принять патриаршество. «Мы называемся христиане», — обратился Никон к присутствовавшим, «но на деле не исполняем ни заповедей евангельских, ни правил святых апостолов и святых отцов, ни законов благочестивых царей греческих. В этой соборной церкви пред Господом и Его Пречистой Матерью дайте мне обет исполнять все это. Если вы дадите обещание также слушаться меня, как вашего главного архипастыря отца во всем, что касается веры и благочестия, и дадите мне устроить церковь, тогда я не стану более отрекаться от великого архиерейства». Царь, а за ним власти духовные и бояре, поклялись исполнять все, чего хотел Никон, и Никон согласился. Торжественное посвящение его в патриарший сан совершено было 25 июля в присутствии царя казанским митрополитом Корнилием в Успенском соборе. Никон вступил на патриарший престол, когда ему едва исполнилось 47 лет, в расцвете сил физических и духовных. Новый патриарх стал во главе русской церкви, имея уже сложившуюся определенную программу деятельности. Свою подвижническую ревность о вере и благочестии Никон расширил и углубил чтением и живым общением с лучшими представителями московского и пришлого духовенства. Теперь он получил возможность проводить выработанные взгляды в широких рамках общецерковной жизни, и патриарх Никон развивает широкую, энергичную деятельность, неуклонно осуществляя свои планы и не отступая ни перед какими препятствиями. Деятельность Никона была преобразовательная, реформаторская. Исходным ее пунктом было недовольство действительностью. Недовольство его шло далеко настолько, что он заявлял, что мы только называемся христианами, а на деле не исполняем евангельских заповедей, апостольских и отеческих законов. Мысль по тому времени очень смелая, дерзкая и оскорбительная для национальной гордости русских, превозносившихся своей верой и благочестием. За 100 лет до Никона подобные мысли высказывал пришлец грек Максим, и за это был осужден как хулитель русских чудотворцев. Теперь во главе недовольных, критически относящихся к церковной деятельности, действительности, стоял сам всероссийский патриарх. Пред Никоном восставала грозная, грандиозная задача – осуществить на деле, в жизни, христианское учение, апостольские и святоотеческие заветы. Но одно дело – критиковать, строить планы, другое – осуществлять их на деле. Никон был сын своего времени. Он жил в 17 веке христианской истории, действовал на исходе 7-го столетия тяжелой исторической жизни русского народа. Он не получил научно-систематического образования и при сильном природном уме и незаурядной энергии отражал на себе влияние общей неразвитости и узости кругозора. Религиозная жизнь сводилась к внешним обрядовым формам, с
Средством для ее развития были внешние меры принудительной дисциплины и наказания. Никон стремился к большей осмысленности веры и благочестия, но он также почти не полагал различия между догматом и обрядом, смешивал главное и несущественное в вере, ставил в одном ряду вечные евангельские заповеди и временные, случайные законы греческих царей, исправляя обряды, называл себя устроителем благочестивых догматов. Он требовал себе безусловного послушания, хотел силой заставить веровать и жить по вере, а ослушников подвергал жестоким наказаниям. Поэтому преобразовательная деятельность Никона выразилась главным образом в исправлении церковных книг и обрядов, приведении внешней церковной обрядности в упорядоченное и однообразное состояние. Причем противники подвергались заключению, ссылкам, лишались сана. Исправление церковных книг и обрядов было главным делом патриарха Никона. В связи с ним стоят другие дела. Оживленные отношения с Востоком, усиление образования, устройство школ и так далее. Следы никоновского исправления остались до сих пор. Русская церковь и теперь пользуется исправленными Никоном книгами. А отделившиеся вследствие никоновских исправлений старообрядцы до ныне остаются в отделении, называя господствующую церковь Никоньянской. Само по себе дело исправления книг и обрядов не представляло чего-либо нового. Оно и ранее озабочило церковную власть и велось издавна. Особенно ясно обнаружилась неисправность и разногласия наших богослужебных книг с введением книгопечатания. Вместе с ним пред церковной властью стала неотложная задача – исправить книги, привести во единогласие все потребы и чины церковного священноначалия. Прежде, когда книги переписывались на местах, трудно было наблюдать и контролировать их согласие и исправность. С введением книгопечатания книги стали печатать на одном московском печатном дворе, и отсюда они рассылались по всем местам под непосредственным наблюдением высшей церковной власти и за ее ответственностью. При печатном дворе учреждена была особая должность книжных справщиков, которые должны были следить за исправностью печатаемых книг. Но все заботы об исправлении книг не давали определенных результатов, потому что исправление носило случайный характер, не имело ясно намеченного плана. Подозрительно относясь ко всему нерусскому, при исправлении ограничились своими домашними средствами. Книги правились только по одним славянско-русским старым спискам, которые теми или другими справщиками признавались добрыми. При такой постановке достижение окончательных и бесспорных результатов было невозможно. Дело в том, что мы заимствовали от греков богослужебные книги, чины и обряды в то время, когда в самой греческой церкви церковная обрядность находилась еще в периоде выработки, развития, не получила вполне законченной устойчивой формы. В зависимости от этого и в нашей древней обрядово-богослужебной практике, а равно и церковно-богослужебных книгах, не было единообразия, полного согласия в чинах и обрядах, а тем более в букве. Достаточно сказать, что в конце XIV века у нас произошла смена самого богослужебного устава. Господствовавший до этого студийский устав был заменен Афоно-Иерусалимским. К этой коренной и общей причине разногласий и неустойчивости древних славяно-русских богослужебных рукописей надо присоединить еще произвольные искажения и ошибки невежественных переписчиков, вносивших в книги собственные домыслы, вроде того, что кустодия, стража при гробе Христа, оказывалась ключницей Пилата. При таких условиях едва ли можно было найти хотя два списка, которые содержали бы во всем один финный устав. Исправлять наши книги, приводить к единообразию церковные чины и обряды, руководствуясь только добрыми, в кавычках, древними славяно-русскими списками, по произвольному выбору необразованных справщиков, было делом безнадежным и случайным.
При одном патриархе жгли книги, отменяли обряды, принятые при другом. Патриарх Филарет приказал сжечь устав, напечатанный в 1610 году уставщиком Логином, не по апостольскому и отеческому преданию, а своим самовольством. Произвол и случайность были явлением неустранимым при данной постановке дела. При отсутствии образования не было никакой возможности определить своими силами, где, в чем апостольское и отеческое предание, и что надо относить на долю самовольства. Никон занял патриаршую кафедру, имея определенные убеждения о православии греческой церкви. Вопреки почти общему мнению русских, он думал, что и позднейшие греки ни в чем не погрешили против православия. Приступая к исправлению церковных книг и обрядов, он решил взять за образец греческие книги и обряды, чтобы привести нашу церковь в полное согласие с греческой церковью. Помимо общих соображений, признания в известном отношении превосходства греков перед русскими, в данном решении был единственный практический выход из затруднения. Через признание авторитета греческой церкви дело исправления книг и обрядов поставлено было впервые на твердую почву. Его можно было вести теперь последовательно и планомерно. Занятия в богатой патриаршей библиотеке, когда новый патриарх, входя в книгохранительницу, со многим трудом, многие дни в рассмотрении положив, еще более укрепили Никона в принятом намерении. Он, между прочим, нашел грамоту Константинопольского собора 1593 года об учреждении патриаршества в России. Здесь предписывалось, чтобы православная Великая Россия во всем была согласна с вселенскими патриархами. И для этого надо было, сохраняя все преданное, истреблять всякую новизну в ограде церкви. Признав авторитет греческой церкви, приходилось все особенности русской церкви, ее разногласия с греческой, считать отступлениями, нововведениями, которые следовало истреблять. Никон начинает действовать в этом направлении со свойственной ему решительностью и энергией. Через полгода с небольшим по вступлению на патриаршую кафедру, пред наступлением Великого Поста в 1653 году, Никон разослал по всем церквам память, поучение, где предписывалось класть известное число поклонов и креститься тремя перстами, а не двумя. Двуперстие для крестного знамения было общепринятым на Руси обычаем, идущим от древности, тогда как в Греции позднее окончательно утвердилось троеперстие. У нас в 1551 году стоглавый собор положил даже проклятие на некрестящихся двуперстно. И в наших церковных книгах читалось знаменитое изречение: «Аще кто не знаменается двумя перстома, якоже и Христос!» Восклицательный вопросительный знак. «Да будет проклят!» Распоряжение нового патриарха, предписывавшего вопреки древнему и распространенному обычаю троеперстия, встречено было с тревогой и опасениями и вызвало волнение среди духовенства. Мы, рассказывает Аввакум, задумались, сошедшись между собою, видим, яко зима хочет быть, и сердце озябло, и ноги задрожали. В защиту старых обычаев против нового вводителя патриарха московскими протопопами составлена была и подана государю особая челобитная, но она не имела успеха. В апреле 1653 года прибыл в Москву бывший константинопольский патриарх Афанасий. В нем Никон встретил поддержку и одобрение в начатом исправлении книг и обрядов. В июле того же года возвратился с Востока старец Арсений Суханов, посланный туда в 1649 году для описания греческих чинов и обрядов. Из представленных им записок «Проскинитарий, поклонник», Никон мог видеть, что везде на Востоке крестится тремя перстами и соблюдает те чины и обряды, в отступлениях от которых греческие иерархи укоряли русскую церковь. Никон решил сначала исправить с греческого одну из важнейших богослужебных книг — «Служебник». Но прежде
ввиду обнаружившегося противодействия исправлениям, он хотел заручиться согласием представителей русской церкви. В марте-апреле 1654 года создан был церковный собор. Соборные заседания происходили в царских палатах под председательством царя и патриарха в присутствии царского синклита. Духовных на соборе было 34 человека. Все русские архиереи, многие архимандриты, игумены и протопопы. Собор открылся речью Никона, в которой он доказывал необходимость сохранять неизменным все, преданное апостолами и святыми отцами, и истреблять все новизны в церкви. После речи прочитаны были деяния Константинопольского собора 1593 года, где указывалось поступать во всем согласно с Восточной Церковью. Потом Никон, указав на частные отступления в наших чинах и обрядах от греческой церкви, поставил на решение собора общий вопрос: новым ли нашим печатным служебникам последовать или греческим и нашим старым, которые купно обои чин и устав показуют? Собор отвечал почти единогласно: достойно и праведно исправите противо старых, хоротейных и греческих. Так собор русской церкви одобрил начатое Никоном дело исправления книг и приведение наших обрядов в согласие с греческими. Еще до собора начали собирать по русским книгохранилищам старые хоротейные списки и отсылать в Москву. Много книг взято было из Новгорода, из монастырей, Троица Сергиева, Иосифа Волоколамского и других. Посылали за книгами и в Киев, где их раньше Москвы начали исправлять по греческим оригиналам с начала 17 века. Для приобретения греческих книг Арсений Суханов предпринял вторую поездку на восток. Здесь, преимущественно на Афоне, он собрал до 500 греческих книг для отсылки в Россию. Кроме того, до 200 книг прислали Никон от себя греческие иерархи. Так что у него составилось богатое собрание греческих и славянских книг, между которыми были очень древние, писанные за 400-700 лет. В то же время для надлежащего исправления книг надо было иметь образованных справщиков, знающих греческий язык. Среди русских таких людей не было. Приходилось, вопреки общему предубеждению против иностранцев, обратиться к приезжим грекам и киевлянам. Главным справщиком был поставлен Арсений Грек, вывезенный Никоном в 1652 году из Соловецкого монастыря, куда он был сослан патриархом Иосифом, как заподозренный в латинстве, для исправления православной христианской веры. Арсений был человек очень образованный, знавший несколько языков. Кроме него, по исправлению переводом книг трудились киевский ученый Епифаний Славенецкий, его ученик из москвичей диакон Ефимий. По мере того, как Никон все шире и энергичнее развивал свою исправительную деятельность, развивалось и росло недовольство его новшествами со стороны ревнителей родной старины. Во главе недовольных стояли протопопы Иван Миронов и Аввакум.